was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh, then come on. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how you feel to end up there. You're so high, too far away to show me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky doesn't ever get lost.
Fool in love.
I'm a hopeless fool in love. Give me a piece of the moon to remind me we're sharing a room. И доброго времени суток, дорогие зрители! С вами большие контровские игры, с вами полуфинал, ну или финал нижней сетки, как кому удобнее, по Dota 2. За микрофоном для вас сегодня находится Ильгиз Загидуллин и Василий. Вась, слышишь ли ты меня? Все ли окей? Добрый день, всех рад приветствовать, вернее уже вечер. Да, и я рад тебя слышать. Собственно, мы уже отправляемся на пики, это первая карта, нас сегодня ждет одно Best of 3. Я напомню, команда Лоли и Шити Карго сегодня решат, кто же попадет в верхнюю сетку, ну то есть в какую верхнюю сетку, финал уже, гранд-финал команде Феникс. Вообще, какие у тебя сегодня ожидания от этого матча? Ты, насколько я знаю, комментировал и предыдущие матчи, и я как понимаю, ты знакомый с Лоли и с Шити уже. Да, я только что посмотрел сетку и понял, что у Шити Горкошип я комментил 3 из 4 игр, которые у них было, и вот это вот 4-я будет у них игра. А Лоли? У Лоли была, кажется, у меня в комментариях только одна из игр.
Потому что... Нет, сейчас, стоп. Они играли с прокастом Леорика, это точно помню, с Глори Холлом. Я комментил две игры Лори. Вот. Так что... Слушай, прилично. Осталось вспомнить, что у команд есть. И можно приступать. Прилично, прилично. Я на самом деле тебе вообще очень признателен за то, что ты столько матчей игроков показал на предыдущих стадиях, потому что мне всегда казалось, что у меня на всех сил не хватит. Осталось и вот как бы в финальные матчи мы уже с тобой включаемся вдвоем. Но то, что ты показал нашим зрителям предыдущие матчи, это правда ценно. Я просто хочу так вот воспользоваться ситуацией и сделать анонс. Ребят, когда мы будем делать турниры наши и дальше, и помимо БКИ, и следующие БКИ, вот точно так же, как Василий, вы можете обратиться, и трансляции ваши. А на финал, на полуфинал, на замечательный сакас залетим. Вот. Ну, слушай, ты уже к пикам хочешь перейти? Я не знаю, у нас просто столько бэкграунда, мы так долго шли к этому матчу, мне столько всего хочется рассказать, но ты прав, наверное, мы еще немножко должны пики обсудить. Я вообще к тебе сегодня буду относиться как к нашей энциклопедии знаний. Я в последние два года очень мало играю в доту, играю все-таки еще, но мало. И поэтому, я не знаю, я тебя жду каких-то экспертных оценок. Вот что уже скажешь тогда по пику? Давай к нему. Пик, значит, это у нас в банах Вайпер, Худвингс, Кентавр, Профетка, Марси и Войд. То есть пока непонятно, что готовят команды. Вот. А то, что уже взято, Джага плюс Снэпка, кажется, вполне интересная линия на изи лейн. То есть по Джаггернауту любой персонаж, саппорт со станом — это всегда приятно. Вот. Плюс сама по себе Снэпка — это очень много урона, очень толстый персонаж. В общем, лейн кажется очень хороший. Даунбрекер Undying тоже максимально неприятная линия. Даунбрекер по игре создает много хлопот, потому что появляется на любой части карты, много урона, тоже толстый осталось персонаж. Undying просто неприятен. Вот. Ну, да. А ты осталось раз комментировал, собственно, команды до этого, заметил, есть ли там какие-то сигнатурочки, есть ли какие-то заготовки, может быть, там условно у Лоли есть какая-то страта, которую они захотят показать, что-нибудь такое вот. Точно помню, что в защите Каргашип играет на Фред Рипере человек, у которого 30 уровень ВР-ка и примерно 30 уровень дровка. А вообще, в целом, игроки и команды раньше пикали по мете или отталкиваясь от каких-то своих личных, я не знаю, предпочтений? То есть, будут ли у нас какие-то нестандартные персонажи, на которых просто кто-то очень много задротит, типа такого? Я говорю, в первых вот играх Ушити Каргашип я не понимал, почему берется в трех картах подряд бралась ВР-ка на первый пик, ну вот, вот, да, да. Вот. Оно оказалось, потому что Фред Риппер на нем очень много играет. А так, кажется, вполне ребята следят за метой. Вот. Прямо радикально чего-то интересного мне не припомнится. Ну, странно, что Лоли не банят ВР-ку до сих пор. Что-то ну, как-то да, не боятся этой заготовки. У нас, ты знаешь, я вот хоть и там мало слежу, но я вот то, что сейчас вижу, это правда про вот мета-метное. То есть игроки и банят то, что сейчас принято брать, и берут то, что принято брать. Я не знаю, уже, наверное, такая стадия ответственная турнира. Может быть, какие-то... Ну, в общем, личные желания немного отходят на второй план, и так капитан, знаешь, берет все в свои руки и говорит: так, нет, сегодня мы играем тем, что 100% выигрывает. Дота, она всегда более командная игра, с моей точки лично зрения, чем вот тот же КС, который у нас недавно закончился. И если в Counter-Strike у нас были какие-то соло-мувы часто, то в Доте я надеюсь, что здесь прям все будут максимально сыграны. Это правда, да. Были игры с переворотами, с камбэками, затянувшиеся. Много было, что на этом турнире. Вообще, я так посмотрел тоже на турнирную сетку. Лоли у нас, знаешь, такие пай-мальчики. Они шли по венерам. Вот в финале верхней сетки, получается, столкнулись с фениксами, отлетели от них. И сейчас, знаешь, попытка номер два будет предприниматься, попасть к ним. Шити Карго посложнее. Они там и в нижнюю сетку попадали. 5 матчей в общей сложности наиграли. У них путь тяжеленький. Пару раз они были, так, знаешь, близки к тому, чтобы нас покинуть. Осталось 5 секунд. На самом деле даже в этом матче больше болею за Шити Каргашип. Не знаю, просто вот из-за того, что много за ними смотрел, много их комментировал. Ну и команда... Скажем так, я видел их первые игры, вот тогда было с... А чё в смысле? Командой. Там было прям максимально. Ребята что-то боялись, пики непонятны, движения тоже еще, видимо, сыгрывались. Но вот из последних, то есть с Глори Холлом, прям такая уверенная 2-0 было.
Это было приятно смотреть за такой игрой. Очень командно было. Здорово, здорово. У нас вообще прям пока жир жирный набирается, особенно со стороны Лоли. Три силовика, надо уже закрываться. Давай вообще по позициям посмотрим. Ты уже сказал, Шити, Карго, окей, у нас есть легкая, вполне возможность, Сэмфайр, Джиггернаут. Огр может быть пятерка, четверка. Лоли, Флейнер уже топ 100% есть. Даже такие три заявки я бы сказал. Ну ладно, скорее всего, на Сандайнг, Клокверк, может быть, пойдут на третью, на четвертую, пятую позицию. Сейчас Даунбрейкер куда-то вообще, кроме оффлейна, берется? Не подскажешь? Кажется, да, ее пикают. И на Кора как-то показывал, кто это показывал. То ли один из коров команды Virtus.pro еще, кажется, когда снэпка только появлялась. Ну и, в принципе, ее могут брать на позицию Кора, если есть какой-нибудь жадный мидер. Вот. Но, кажется, все-таки будут добирать Кора. Андайанки, думаю, это 5, а Клокверк 4. Вот у меня такие предположения по позициям команды Лоли. Ну тут уже такая вырисовалась стратегия, есть три персонажа, которые будут выстраивать фронт, который не пробить, и за их спинами будет в окопах прятаться снайпер. Окей, хватит ли одного снайпера, чтобы пробить еще и Тимбера, потому что этот прям, конечно, парень очень любит контактные драки, которые там Лоли хотят показывать. Окей. У нас уже финальная стадия банов, финальная стадия пиков. Друзья, я хочу сделать еще такое объявление. Я тут недавно сам себе переустановил Windows вчера. И перенастроил все, и OBS, и абсолютно все AUX и мини-джеки. Поэтому небольшой фидбэк от вас по соотношению звука, по тому, как звучит Василий, по тому, как звучу я. Переживаю, чтобы у нас все было отлично, потому что нас сегодня ждут 3 часа великолепной доты, нас ничто не должно отвлекать. Ну, единственное, конечно, до меня ваш фидбэк в чате дойдет. Я вот его на телефончике смотрю, он дойдет чуть позже, потому что мы с Василием как бы находимся прям в самом разгаре и гуще событий, поэтому для вас задержечка, чтобы не было чего-нибудь плохого. Да, я хочу обсудить такую насущную тему сегодняшнюю. Я сегодня очень сильно, ну так, подрастроился, потому что сегодня были финалы отбора на International Open Qualif СНГ региона. И Outsiders, которые Virtus.pro, прошлись по Венерам, уверенно 2-0 всех вынесли, и просто слили бэтбумом 0-3 в финале. При этом на второй карте был какой-то Рубик в мид от ГПК. Короче, я сегодня прям что-то подгорел. Спиков команды Outsiders. Ну, я надеюсь, наша команда не подгоришь. Я не знаю, вот опять же, я очень сильно буду опираться на твое мнение. Вот как по-твоему, вот представим сражение Bad Boom, Outsiders, вот это может быть пик команды Bad Boom и Outsiders? То есть они сейчас пикают плюс-минус то же самое? Undying First Pick, да, Outsiders сделали это во всех трех играх. Снайпер появлялся, по другим героям, кажется, нет. Так, какие-то персонажи, в смысле, смущают? Какие-то сейчас немножко выбиваются. В данном пике нет, не знаю. Мне пока что очень нравятся пики. То есть это сильные линии, будет зависеть от исполнения. Прям конкретно какого-то овердрафта я не вижу. Возможно, команде Шити Карго сейчас нужен какой-нибудь мидер, который умеет, который очень мобильный, потому что появляется Лина, появляется снайпер, и до них будет очень непросто добраться тому же Джиггернауту. Абсолютно. Вот. Тут, по сути, стратегия спрятался в окопе, стреляя от него, дополнилась еще и Линой. У нее тоже там самая большая рейнджа атаки родная. Сейчас они будут, значит, вдвоем устраивать просто пулеметную какую-то атаку по игрокам команды Шити Карго. Забанили Лоли против них как раз Пака, чтобы он, знаешь, преодолевал эти брустверы обороны и врывался на голову снайперу или не. И Шити нужен кто-то типа вот того бы Пака или Войд Спирита. Я не знаю, Шторма сейчас вообще берут. Рут ли? Нет, вообще нет. Вообще нет. Да? Нет. Шторм кто может врываться, в смысле, через Даунбрейкер, Клокверк, Андайнга, наплевав на там вот, я не знаю, Коги, наплевав на Тамбу, как-то преодолевать, в общем, большое расстояние сейчас. Эмбер, я сколько слышал, вполне хорош. Но насчет пика... Да в целом контроля не так много у команды Лоли есть.
То есть это стан Лины, это врыв клока с батарейками. Замедлений много, черт подери, ну, замедлений да, много. Да. Вот, и у Шити как бы тоже станов-то, что Огрмаг закончили, но печенька технически. Вот, так что, я не знаю, да, они тоже призадумались. Да, ты прав, любой из спиритов бы подошел. Ну ладно, Шторм сейчас не в мете, но один в бане... Ну, Квапа, хорошо, ладно. Она может блинковаться. Прекрасно. Пики готовы, команды готовы. Первая карта для нас готова. Вот они, наши полуфиналисты. Давай, наверное, я не знаю, по никам пробежимся, чтобы потом на будущее не путаться. У Лоли играет Кио, Крем для ухода. Ну, будем сокращенно Крем. Мангуст, это у нас Артем Печерский, собственно, который уже у нас победил в CSGO в финале. Пятый год подряд. Барси Кьюткет и Фен. Шити Карго, давай ты представишь. С Шити Карго у нас играет Саша Многоболи, Фред Рипер на Джиггернауте, Дед Патрега на Огрмаге, тот самый Блейн, это Тимберсоу будет сегодня исполнять, и Чупа на Queen of Pain. Угу, здорово. Ну что, мы готовы. У обоих коллективов, конечно, замечательные, прекрасные сеты. Красотища прям. Я вообще с последние 3 года как вот перестал прям активно-активно играть, и у меня все больше и больше глаза на лоб лезут из-за этих сетов. Я просто в шоке от того, что происходит. Потому что, ну, честно, они... Да, да ты нормальный, Василь, ты все такие моменты можешь говорить в наше с тобой общение, чтобы я не альтабался, да, потому что, в общем-то, у нас коллеги на трансляции, мы с тобой коллеги, у нас внутрикорпоративный турнир, который самой главной своей задачей имеет дать нам повеселиться и, я не знаю, сделать нас чуть ближе друг к другу. Ты сегодня смотрел нашу конференцию «Набираем высоту»? Я не успел среди рабочей текучки. Суть одна, что мы имеем стратегию, наша самая главная стратегия — всех победить, но при этом между собой не рассориться. Вот, там был такой небольшой бугурт, вот нам сегодня главное этого не допустить. И тут уже, кстати, пошли смоки от дайров. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, даунбрейкер в опасности, полетело замедление. Слушай, а чем ловить-то? Ну, замедление все, вот есть печенька, кажется, не доцепились. Печенька, тут еще и коги, ой, боже, какие коги страшные. Пипят. А фен не попал ли? Там потому что полетел кинжал, вот оно замедление, и вот, кажется, Клакверк уже отсюда не уйдет. Тут все-таки 5 игроков. Да, это попахивает First Blood'ом, хотя фен... Мансид живет. Сейчас снова коги будут. А, да. Джиггернаут не оказался. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, много, конечно, времени потратили, маны потратили, Огрмаг вообще без маны. Но ладно. На самом деле, кажется, такое себе, потому что сейчас 4 руны забирают себе команда Лоли. 4? Ну да, да. Кажется, 4. Да, 4, ты прав. Начинается. А слушай, а как ты думаешь, что как бы, ну, ценнее, 4 руны или First Blood? Мне кажется, все-таки 4 руны будет получше, потому что First Blood на сколько? 279 голды плюс 4... 44 голды на... Короче, в общей сумме получилось 320 голды, а за одну руну ты получаешь 200. Ну вот, мы открываем графики, да, и видим, Лоли 400 имеют на команду, а Шити Карго 3200. На косарь. Вот такие вот дела. Хорошо, начинаем мы наше противостояние. Итак, Лина на центре будет стоять против Queen of Pain. Это было ожидаемо, это было читаемо. На топе у нас находится Дабла Джиггернаут против вместе со Снэпкой, как ты ровно и говорил. Даунбрейкер будет стоять в сложной линии, помогать ей будет Клокверк на 4-й позиции. Внизу Снайпер будет фармить против Тимберсо, если тот ему, конечно, даст. Гонять все это дело будет зомби. Огрмаг будет отбиваться. Поехали! Да, после этого ФБ пришла Квапа уже немножко без ресурсов на линии, и Лина сразу же начала ее зонить. Я вспомнил, Кио очень круто, Кио — это мидер команды Лоли, очень круто играл на линии в одной из игр. Там была уверенная игра. И мид он тогда выносил с большим преимуществом. Ну, кажется, вот лично для меня всегда, что Queen of Pain — это тот мидер, который как раз-таки может за счет своего кинжала наказывать кого угодно и делать... Ну, то есть это очень агрессивный персонаж, линии все-таки нужно чуть-чуть разогнаться, но вот эта потеря ресурсов на старте не позволит Чупе агрессировать прям в его полную силу. Ему, конечно же, должен уже как можно раньше прийти реген, и я надеюсь, ботл там придет как можно раньше для этого парня, но по крипчикам пока приходится немножечко отставать. Да, этот First Blood выходит боком пока для команды Шити.
Что у нас на топе? Даунбрекер себя, кажется, как будто уверенно пока чувствует. Джиггернаут, конечно, ресурсов побольше, чем у Лины, но тут есть Клокверк на поддержке, если что, у Даунбрекер тоже. Ой-ой-ой, кстати, по курьеру, походу, отработает сейчас фен. Да, это курьер. Курьер. Еще денежки. Хотя скоро должен будет вести себе какие-то итемы, Тредрипер. Курьер сил света будет... И еще один курьер у нас погибает. В этот раз мангустовский. Так, подожди, а мангуст у нас исполняет на ппп? Мангуст на зомби. За команду сил. Понятненько. Ну, ладно. Значит, 1-1 по курьерам. Как я понимаю, Огр Макс творил сие чудо. В чем проблема была? То, что Клопа пошла размениваться, потому что не был закуп на фаст ботл. Вот, она очень сильно просела, у нее осталось очень мало ресурсов. За счет этого сейчас Лина выигрывает 12-5 по крипам и просто не пускает крипам квапу. Квапы только-только летит ботл, а у Лины уже прилетел ботл, она отпилась, восполнила руну воды и продолжает наращивать доминацию на этой линии. Да, ты абсолютно прав. Хорошо. Давай посмотрим, как Чупа уже с полученным ботлом попытается восстановить противостояние. Он отпился на фулочку, у него все еще, в общем-то, маны, кот наплакал. Ну и постоянные задувки пробивают все больше и больше и больше. Дела, дела. Хорошо. Да, видим, он вообще сейчас уже без ресурсов, а у Лины еще полный ботл, есть фейрик и танго. Так, на нижней линии пошли какие-то размены... С андаингом. Ну, кажется, это прям не размены, андаингу очень плохо будет. Хотя, слушай, подожди-ка, прошу прощения, что тут Тимберсоу, видимо, не настакал свои пассивки. И Огр Маг тоже никуда не уйдет. Вот так вот, на зомби напал. От зомби получил. Прекрасно. Итоги зомби будут. Там 12 силы выкачала из дикеев заодно. Так, попытка атаки на верхней линии на даунбрекер, ее закручивают, под стан попадают, даунбрекер пытается улететь, у нее это не получается, Коги спасают, Клокер спасает своего оффлейнера, и момент остается без килла. Слушай, как же все сейчас хорошо для Лоли. 4 руны богатства. Доминация на центре за счет Квапы, которая потеряла слишком много ресурсов. Двойное убийство на нижней линии. И оффлейнера еще, главное, не удается задушить у Лолей тоже. То есть прям можно сказать, что три линии не проигрываются, а некоторые даже выигрываются. Правда, сейчас еще на миду как бы не отлететь к Квапе, а там будет задувка. Нет, нет маны, к сожалению, но хп осталось очень мало. Не решается идти все-таки за руной. Ну да, он бы там умирал просто-напросто. Хотя... Ой-ой-ой, курица. Нет, не получится убить. О, Чупы. Queen of Pain. Хорошо. Итак, у нас 5-я минута. Давай пробежимся по крипам. Мы видим, что снайпер имеет 18 добитых, джиггернаут в свою очередь 28, то есть на десятку того обходит. Я не знаю, тут личный ли талант, либо все-таки Тимберсо так постарался, что не дает бедному снайперу фармить. Лина имеет уже страшнющий перефарм, 24 крипа против 9, ну то есть Квапа, я не знаю, она, кажется, не возвращается пока никоим образом. Ну и оффлейнеры одинаково себя средненькие чувствуют, 8,5 крипов у Даунбрейкер и Тимберсо, соответственно, стоим. Я бы отметил, что у снайпера 20 было добитых крипов и 22 деная. Ну, то есть он линию просто выносит. Тем временем убивает Огр Мага и также умирает снова Тимбер. Под шапнельки, под тамбум. Второй раз аналогичная ситуация разыгрывается с тамбой. Вот так вот, на зомби тяжело, конечно, нападать. Там на центре постоянная жесть какая-то происходит, да, и в этот раз Лина, кажется, переиграла. Но он сильно давил Чупу, то есть он прям чувствовал себя невероятно уверенно. Раз я выбил ресурсы, я могу и выбить и тебя. Но нет, пошло сейф ТП, снэпка подтянулась, дала печеньку. И, в общем-то, первое такое приятное убийство, которое однозначно в плюс выходит для команды Шити Карго... Господи, Шип. Шит, я просто как Шити Карго Шит, но это не то, наверное. Это не то. Шити там в первом слове. Главное, чтобы не по игре. Да. Я тоже в первой игре долго привыкал к названию. Название называл очень странное. И Карго, и Шип по отдельности, но не три вместе. Да, у нас вообще, конечно, игроки, капитаны, я не знаю, как они выдумывают названия, они все отличились, там столько было гениальных названий, один прокас Леорика чего стоит в том плане, что это все очень и очень остроумно. Итак, слушай, тут Клокверк, ну не убить-то не убьет, ну ладно, погонял, страшно. Да, есть печенька, спокойно ходит из-под этого. Что делать на боте?
В смысле, вот Тимберсоу, не получается вообще сейчас уже, кажется, к рипам подходить. Страшно, потому что сейчас зомби опять выйдет, поставит свою тамбу, и, в общем-то, можно и третий раз отлететь вдвоем. Да и у снайпера 6 уровень уже. Да. Много. Имеется, у него есть ПТшка, у него очень много скорости атаки, плюс под шрапнелька в 2 взята. Прошу заметить. Ну вот я перешел на вкладку «Общая ценность», и видим мы с тобой, что 3,5 имеет снайпер. Это отличнейший отрыв от кого бы то ни было из своих ближайших конкурентов. 2900 имеет длина. Квапа на 1000 отстает от длины. Ну, Джаггер, ну да, на 1000 отстает от снайперов. Флейнеры более или менее близки к своим оппонентам. Ой-ой-ой, Клаперка, кажется, убивать на топе будут. Посмотри, под печеньку и под крутилочку. В общем-то, фен в этот раз Когами не спасется. И есть еще один фраг для команды Шити Карго Щит. 4-3, неплохо, 2000 преимущества у Лолей, но, в общем-то, Карго Щит сильно не расстраивается. А что там произошло? Ага, все-таки Кио сделал свое грязное дело через лагуну. Ну, а как бы здесь не умер Огр, стан, задувка и с руки навалять ему. 7 пассивок, как-то, да, страшновато, Огр... Надо окстись. А, ну там пассивка первого уровня, там не особо много надает. Хорошо. В общем, я, честно говоря, рад, как развиваются пока события. У нас есть легкая такая доминация со стороны Лоли, которая потенциально может превратиться в общем-то, сильное исполнение своей задуманной стратегии через двух мощнейших дэмэдж-дилеров и трех персонажей, которые будут отвлекать на себя все внимание и инициативу. Но всегда есть чем отбиться у Шити Карго Щит. Я не знаю, Квапе сейчас надо как-то восстанавливаться и возвращаться в эту игру, чтобы быть опасностью для снайпера и для Лины хотя бы в мидгейме. Я не знаю, лес ей уходить или все-таки как-то на линиях командам начинать помогать. Потому что кажется, что если она вот придет сейчас в бот... Клика на материала... Да, да. Нет же, да? Все, да. Все хорошо. Разменялись они взаимной. Как бы не умер сейчас от Тика Кортика. Нет, не умирает, все нормально. Да? Остался буквально на 20 хп мидер команды Лоли. Ну да, там Кортик в 4. В общем-то, видимо, Квапа решила, что в такой ситуации, когда тебя доминируют, глупо скорее максить. Так вот, я говорю, Квапе, надо как-то возвращаться. Может быть, сходить уже на какую-то линию да помочь, потому что, мне кажется, там ее 7 уровень пригодится. Там на топе вообще страшное происходит с командой, вот, например, той же Квапы. Пора помогать, но нет, пока разбираются вдвоем. И отлично разбираются через Omni Slash вообще двоих. Супер. Это был выход с нижней линии перетяжка. А, во время этого даунбрейкер полетел на низ, потому что делать даблкил снизу. Вот что было на самом деле. Я слышал, что был взлет у нее, но не понял, куда она приземлилась. Я, честно говоря, подумал, она плюс-минус туда же хочет. Но, да, у них абсолютно другие планы были на все это интересное событие. Окей, в общем, мы видим, что пока все абсолютно ресурсы Шити Карго Щит уходят в никуда, и дела идут, ну, средне плохо у всех, кроме Джиггернаута. Джиггернаута не задавили, Джиггернаут сделал двойное убийство, это будет Майлштром. В общем-то, сейчас вообще как Джиггернауты у нас по мете собираются, что, молнии, что дальше, в смысле, не монта диффуза же? Монта... Диффуза не всегда. Берется шард, потому что шард теперь очень сильный за счет ударов в крутилке. Uh-huh. Берется ему башер обязательно, потому что в крутилке ты бежишь, бьешь и еще и башишь. Тоже приятно. Но дальше уже по ситуации. Хорошо. У снайпера давай посмотрим, что на этой 10-й минуте есть. Момка, ПТ, дальше молнии. Ну, в общем-то, прекрасно. Еще и позест маск выпадает. Ой-ой-ой-ой-ой, как все хорошо. Еще и лес можно фармить, вообще не переживаю. Огр, матчу не заметить, подходи. 5400 есть у снайпера на 10-й минуте. Это очень-очень много. Ну, снайпер да. Здесь будет реально жирный. У него уже есть половина Майлшторма. Причем... 438 золота в минуту, да, до 10 минуты. Это, в общем-то, надо постараться. Смотри, какие куски он отрывает от Тимбера. Просто 3 тычки дал, пол хп у Тимбера нету. Ну да, там хедшот уже качан на троечку. Тимберсоу вот тоже выглядит тем персонажем, который сильно потерян. На центре Лина потерялась. И, как я понимаю, Квапа все-таки через Sonic Wave, через ульту Snapfire смогла таки отыграться. Потерялся. Смотри, как она камбэкнула. Камбэкнула по экспе, Квапа, 9 уровень наравне с Линой. Лина слишком много дала. То есть у них в моменте было 8-6 по уровням в пользу Лины. Ну что ж, прекрасно. В общем, как мы видим, команда Шити Карго Щит вообще не сдается, не расстраивается. Я так вообще понял, тут, знаешь, наверное, может быть, я не знаю, когда-то там
сталкивался, играл сам. У коллективов, которые не являются там супер-кибер-котлетными и не тренируются постоянно и всегда и везде, у них очень сильно влияние дизморали. В том плане расстроиться там и начать хуже играть, это вообще в норме вещей. И вот когда тебя вначале давят, но ты не сдаешься, это показатель того, что команда не зря попала в финал, а тут вот главное Квапата уже все это далеко отпрыгнула. Андайк на половине хп, но тут есть снайпер с момкой, помним, он очень страшный, Чупа, кажется, не уйдет, он очень сильно отбивается, но... Это было зря. Undying погибает, конечно, в размен, но здесь и Тимберсо не отлет... ну, в общем-то, не отходит. Лина забирает его. Огромак, наверное, тоже мы с ним попрощаемся. С другой стороны, там у Джиггернаут хотя бы на топе есть фраги. Ченька пошла, стан по... Да, все-таки заберут даунбрейкер. А я хочу сказать, что, ну, я когда комментировал, я добавлял в друзья себе капитанов команд, вот, чтобы было легче находить лобби и так далее. И могу сказать, что Шити Крэгшип точно это команда, которая иногда собирается, тренируется и готовится к матчам. Здорово! То есть, пару раз, что они в лобби собираются, играют, было круто. Вот здорово, здорово. Это на самом деле то, чего я в идеале бы хотел добиться данными турнирами, чтобы у команды, они не просто будут собираться на поиграть сам турнир, а они и просто, ну, станут друзьями и могут иногда вместе собираться и тренироваться, и играть, просто получать удовольствие. Потому что технически, ты знаешь, здорово, конечно, что мы проводим с вами внутренние турниры, но моя такая голубая мечта, что мы все-таки соберем какую-то сборную и поедем и дальше. Там, и организуем какие-то турниры с другими IT-компаниями, и условно будем... там всяких Тинькоффов и Сбербанков побеждать. Не это только было, очень круто. Не только в бизнесе, но и в дотке. Поэтому абсолютно именно этого мы и пытаемся добиться. У нас в CSGO уже есть товарищи, которые 5 лет побеждают, так что там понятно, сборная определена. Вот по доте, я не знаю, я второй год только БКИ комментирую и первый год только организую. И в общем, я просто не знаю, по доте есть ли какие-то чемпионы, которые уже несколько лет держатся. Если не ошибаюсь, Лоли, они в прошлом году были чемпионами. И, возможно, в позапрошлом году они тоже были чемпионами. Но это не точно. Так, подожди. Лоли. Это в смысле опять товарищ Мангуст? Ну, Артём, хватит. На всех дисциплинах решил выиграть. Окей. Хорошо, главное, хорошо, в ХС он не заходил. В ХС у нас там абсолютно другие люди выиграли. Но, наверное, там просто, может, пятером нельзя было собираться. Так, на центре у нас на Лину нападение или контрнападение. Да, кажется, на Квапу было изначально. Но вот, слушай, как бы Квапе и... Ладно, уходит. Ну, а дальше Даунбрейкер пришла на поддержку. Тут, правда, ульта Снэпфайр уже дальше не спасет линия. Даунбрейкер очень уверенно начинает давить у нас Снэпку. Снэпка, кажется, не уходит. Тимберсо, наконец-то, мы тебя так долго ждали. Не удается разбить тамбу. Не то, что самый подходящий для этого персонаж. Но тут уже потянулась команда. Андрианкра очень лохий хп. Ох, как же нарезает Тимбер. Люблю его за эту возможность. Квапа, кстати, я напоминаю, она ушла живой. Поэтому она сейчас как-никак помогает своей команде. Так что Даунбрейкер все-таки тоже бесконтактным боем забирает. Андайнг будет отпиваться до последнего. Но тут Джиггернаут и отлично мне слэш. Минус 3. Команда Шити Карго Щит в этой драке выходит победителем. Прекрасная драка. Очень хорошо ее... провели команда Шити Карго. Отыграли больше 1000 голды. Разница по опыту у нас целых 2000. В общем, прекрасный файт на 15 минуте. Сейчас как бы Огру еще не умереть после этого, но нет, он живет. Персонаж толстый. Как-то снайпера не хватило, в смысле, он же фармит много, и как бы он очень нужен своей команде. Вот он только сейчас подходит, получает кинжал и понимает, что вообще-то на самом деле очень грустно будет. Ну, очень классно отыграл Тимберсоу. Для меня там лично это вот MVP все-таки в этой драке. Я еще раз хочу упомянуть, что я сказал на пиках. Этот персонаж очень любит контактных дручунов Андайнга, Даунбрейкера и Клаперка. Он их готов вырезать просто с мясом. И они ему часто очень сделать ничего не могут. Поэтому я жду от того самого Блейна, что несмотря на то, что линия была проиграна, сейчас-то у него дела пойдут в гору. Он, кстати, Кримсу собирает для того, чтобы защищаться как раз от этих тычек снайпера Лины и всей остальной команды. Отлично, командный артефакт. Не пошел, знаешь, в бесконечное заливание маны себе. А, и думает в первую очередь о коллективе. Возможно, ему стоило даже линию начинать с того же Вангуарда, вместо попытки собрать арканы сразу. Ну да, как минимум, когда понял, что все грустно, потому что у него до сих пор... Вот ты знаешь, мы сейчас так на секунду с тобой
подтопили за Шити. Они выиграли драку, молодцы. Там, кстати, маки идут. Подожди-ка, тут надо прерваться, потому что сейчас может быть опасный момент. Ну, далековато, правда, ребят из команды Лоли от своих оппонентов. Да, что-то как-то, видимо, смоки уже разревелились частично тем, что крипов кто-то подфармил. Ну и Чупа... Подожди, возможно, считают, что находится на тройке у них... На двойке. Да, сейчас на двойке. На двойке, да. Новое обновление, все дела. Подождите, делается выход на того же Тимбера. Стан пошел, задувка. Батарейки работают, а Тимбер все-таки ускакивает. Ой, еще не туда у нас уходит ульта Клокверка. Но ладно, все-таки забрали через лагуну. Забрали тамбу, ответочку. Приходит Даунбрекер, всегда на готовой команде присоединиться. Джиггернаут и Квапа все еще здесь, они будут драться. Джиггернаут, у меня слэш есть? Есть у меня слэш. Ой, страшно, бегите, ребят, это парень. Единственный, который у команды Шити Карго Шит решает. Но не против снайпера. Но не против снайпера. Достал свой дуло и просто расстрелял. Ну хорошо, тогда можно считать, что смоки вышли удачными. Глобально тут почему-то не все итоги драки показываются, может быть... Может быть, скорее всего, всего здесь считается убийство снайпера, последнее. Да, что-то больше... Там, а, ну вот, вот, вот хотя бы второй раз надо было нажать. Окей, косаря полтора, наверное, с убийством Тимберсо выигрывает еще раз команда Лоли. Не туда ты, парень, подошел. Да, вообще не надо никому... Никому нельзя уже к нему подходить. А, у него Мьёльнир! Алло! 18-я минута. Зачем тебе столько атаки? Зачем тебе столько скорости атаки? Да, этот персонаж, честно говоря, сейчас может начать выигрывать соло. У него 11 тысяч нетворса. Он богаче, чем Квапа и Тимберсоу. Это вторая и третья позиция команды оппонента вместе взятые. То есть глобально, несмотря на то, что Шити Карго Шит молодцы, и проиграв линии, они не сдались. Но вот теперь тот перевес, который получили Лоли, надо чем-то отрезать и... От этих бесконечных смоков тоже надо отбиваться. Посмотри, смок за смоком, смок за смоком. Тоже видно, что Лоли команда не первый раз играет вместе. И тоже у них есть чувство понимания игры, что они могут сделать, какой у них силы. Сейчас они его постараются как-то реализовать. Я, кстати, совсем забыл о твоем комментарии по поводу того, что у меня микрофон немножечко фонит из-за того, что он близко. Вот я сейчас отодвинул, так, знаешь, далеко. Я сейчас попробую поговорить погромче, если представим, что это драка. Нормально так? Мне кажется, у тебя очень хороший, можно даже не говорить громче. Это у меня профдеформация. Я, в смысле, просто очень люблю какие-то горячие драки. Вот сейчас вообще прекрасно. Ну ладно, хорошо, я буду так разговаривать. Окей. 10 тысяч перевеса. 20-я минута. Страшновато. Ты сказал, и мы с тобой обсуждали перед этим смоком, что Лоли, получается, что не первый год в прошлом уже году играли, побеждали, да? Да? В прошлом, и, возможно, даже в позапрошлом. Ну вот они, кстати, ответные смоки от Шити. Наткнуться на Клокверка, но его не просто так забрать, а вот Лина... Ну, мне слэш, нечем было бы даже, наверное, отбиться, но не решился. А вот так, на отходе поймали Джиггернаута и... Просто момент растерли. А там тем временем Мандайн выигрывает время. Да, как раз сейчас поднял архив. И даже ты комментировал финал в прошлом году. А у нас есть архив? Ну, все в Телеграм зашел в анонс чатов. Там написано... Лоли против 5 КММР на пятерых. Ну, комментировал-то, да, я прошлый год все финалы нормально так откомментировал, и это тоже, кстати, как и в этом году, это было уже, там, позднее лето или что-то такое, ну, то есть, у нас, на самом деле, я просто напоминаю, во всем БКИ, которое началось в июне, чтобы не соврать, осталось 2 матча. Мы с вами последние матчи так очень хорошо растянули, но это традиция, каждый год так, как доходим до финалов, в общем-то, начинают игроки в отпуска уходить. Нижняя башня сил тьмы разрушена. Так, забирают просто Т2 на боте и уходят на ТП-шах отсюда, не хотят дальше драться. Не знаю, зачем Клокверк остался, зачем разворачиваться Даунбрекер, нужно просто отсюда брать и уходить. И все будет хорошо. Ну, а чем ловить? Огр далеко, замедление не успевает кинуть. Непонятно, почему Клопка не прыгает, как-то очень нагло не давит. Но тоже, наверное, побаивается. Ну, вот выбрался Лиандайнга. Но, как бы, скрим, кинжал, и все. Мои полномочия на этом заканчиваются. А команда далеко, у нее блинков нет. А тут уже или нас ДДшка. Я не советую туда идти, ребята. Шити Карго Шит. Не надо, окститесь. Так, Квапа, до свидания.
Ну хорошо. Мы с тобой, в общем-то, оба хотим эту драку откомментировать. Давай, что там происходит у нас? Да уже все закончилось. Ну Жигана, как? Да, он услышит, все умерли. Но как прекрасно было сыграно от Лины с ХГ дать стан по ПП и убить его просто за лагуну в секунды. Да, вот снайпера, правда, никто не убил. Он единственный игрок, выживший от команды Лоли. Но глобально эта драка как будто бы для Шити Карго Щит удачно закончилась. Они все-таки шипы, а не щиты. Который раз хочу и шипы, да, и щиты, и немножечко в начале. Ну, в общем, суть в том, что драка-то удачная для них. Несмотря на потери квапы. Кто такой молодец? Жигернау такой молодец. 2500 урона, да. Отлично, мне слэш. Две крутилки за драку. И глобально почему-то... Я вообще не видел снайпера в этой драке. Вот он в конце только появился. Или я плохо следил, или что? Возможно, да. Там драка началась сумбурно. То есть они вот шипы дайвили в сторону леса Лоли. Там уже поднялись все игроки Лоли. И... пошла атака на квапу от Лины с хайграунда, там завязалась драка где-то под местом для обсервера, и уже пошел сумбур. Сумбур, но удачный сумбур для шипов, и глобально Джиггернаут все еще продолжает быть конкурентно способным по сравнению с остальными корами команды Лолей. Ну а бесконечное давление от Рэдиантов, кажется, не заканчивается. То есть, понимаешь, та драка-то началась на чем? На том, что за ними погнались после того, как они спушили Т2 и чуть ли уже не под хайграундом оппонента бегали. Отошли, ну, драку проиграли, ладно, перегруппировались и заново занимаем лес оппонента, забираем его фарм. Шитти Карго Шип. Шип. В общем-то, не знаю, наверное, должны как-то выбить их из их собственного леса. Так, видим стычку в лесу команды Силы Тьмы. Идет битва за Vision. Взрывается Тимбер, в итоге драка умирает. Блокерс Даунбрекер. Снайпер начинает наваривать с лоу-граунда, умирает Тимбер Соу. Идет заплевка от бабки. Бабка уходит, отходит назад команда Шити Карго Шип. В итоге размен 2-2. В целом, размеряли тройку с четверкой. Обе команды. Вот. Да в плюс опять это для шипов, кораблей. Суть в том, что любые размены сейчас вровень будут для них плюсом, потому что они отстают по голде. И ты знаешь, сейчас, в общем-то, удалось им удачно запрыгнуть через квапу только за счет того, что снайпер снова был где-то далековато, и было вот эти 3 секунды, пока он идет, когда можно драться. Как только снайпер подходит, все, драка заканчивается, все бегут в рассыпную, потому что иначе этот монстр страшный с Дейдалусом и Мьёльниром убьет тебя, а у него еще и Аегис. Да, сейчас по-хорошему команда Лоли должна занимать полностью верхний лес сил тьмы, забирать Т2, забирать ванпост, а ванпост так уже под их контролем. Вот, и попытаться, наверное, форсить хайграунд с Аегисом. Вполне вероятно. Там, конечно, Драгонленса у снайпера нет, но это не страшно. Это не помешает ему, в общем, стоять за 3-9 земель и расстреливать эту Т3. Сделать ты ему, ну, наверное, ничего не сможешь. Квапа все-таки не настолько на данный момент, чтобы сильна, чтобы запрыгнуть на голову снайпера и убить его за прокаст. У нее, по сути, ничего, кроме Вичблейда, нет. БКБ еще даже половина не собрана. И давай вообще пробежимся по каким-то ключевым интересным артефактам. Мы его вот не затрагивали. У Лины у нас что? Аганим. Уже достаточно давно появился. Ну и, в общем-то, Flame Clock. Ты знаешь, я вот настолько отстал, что я думал, что он будет делать лагуну Блейд чистой. Но нет, там уже какая-то новая способность. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Да. Я бы хотел отметить, что у Джаггернаута все не так радужно. Он взял себе блинк, у него есть только Яш, то есть манту он не стал дособировать. Хотя на самом деле манта здесь не особо тоже нужна. Здесь больше, наверное, Саши Яша. Но он понимает, что надо прыгать на голову снайперу, ты не прыгнешь ему на голову, и ты проиграешь. Поэтому, в общем-то, да, блин, 2000, которые ты потратил не на статы, не на урон и не на хп, но зато у тебя будет чуть лучше позиционочка, а снайпер уже начинает наваливать, и вот он, блин, реализация его, прекрасный у меня слэш. И кажется, даже снайпер мог бы и не уйти, правда, урон чуть-чуть не хватило, а дальше уже его вообще нечем останавливать. Ладно, молодец, снэпка выбила Аегис, а тут уже, конечно, остальная команда. Шити Карго Шип не сможет драться без байбека или без поддержки Джиггернаута. Потому что я напоминаю, он единственный, кто как-то может соревноваться по деньгам. Окей, 30 секунд надо тянуть времени. Да, как я и говорил, что план был у Лоли забрать вверх и попытаться форсить Т3. Они это успешно делают. И хотел бы сказать, что стратегия снайпера прекрасно реализуется через двух всех
Ну, Зрак с лучшим временем пошла. Попытались они напасть без Джиггернаута, и, наверное, было это зря. Клопа запрыгнула, дала Sonic Wave, потеряла, соответственно, все хп моментально, но пошел байбек ап снэпки. Подожди-ка, Тимберсо, что ты делаешь, родной? Минус 3 от Тимбера, и на лоу хп уходит Лина. Слишком уж много ресурсов, кажется, потеряли игроки, чтобы продолжать эту драку. Снова у нас очень интересные итоги боя, по которым, на самом деле, ничего особо не понятно. Но, ладно, бог с ним. Немножко отыграли от ХГ. Да. Я хотел сказать, что... Это что было? Это было очень нагло и глупо, но было и было, забыли. Ладно. 1200 зарабатывает Тимберсо 100 килла, вы прошу заметить. Ну да. И теперь уже, в общем-то, не сильно-то и отстают от Dawnbreaker. Тимбер — это прекрасный, сладкий, милый, замечательный Тимбер. Это персонаж, который, в общем-то, выступает козырем в рукаве для команды Shitty Cargo Ship, потому что вот линию он проиграл, надежды на него никакой, но какой раз он включается в самый нужный момент, и когда стоят 3-4 персонажа, его прокаст выносит просто толпы хп. Мне кажется, задумка снайпера вполне сейчас реализуется, уверенно. Так, тем временем пытается что-то поймать клопу внизу, подходит Джиггернаут. Получится ли что-то сделать, или... Скорее, или. Ну, хотя там клокверк, но поздно. Вот, кажется, не получится. Вот. Все хочу сказать свою идею про снайпера. Есть хороший фронтлейн, поэтому снайпер собирает вещи себе только на урон, но при этом... Как вы могли заметить, его, если драки начинают фокусировать, то он очень быстро умирает. То есть снайперу хотелось бы, наверное, какой-нибудь себе сейчас сатаник, чтобы жить подольше. Да, и краски он стоит у него в фигбае. Вот. Когда у него появится сатаник, его уже будет не так просто убить, потому что контроля немного, он очень быстро может отхилиться, и при этом наносит очень много урона. Василий, выключи микрофон в лобби. Ты сказал сатаник, и как только ты сказал К в букве сатаник, он положил его в кликбай. То есть, как бы, мне кажется, тебя прослушивают. И тут наказали Тимберсо, остался он один без команды. Да. Ну, так вот, конечно, когда некомандно драки происходят, шансов ушить и вообще никаких. Я напоминаю, перефарм все-таки дикий для лолей. Поэтому только без ошибок, только не отдавать никого. Не дай бог сейчас кто-то там, Джиггернаут погибнет где-то потерявшийся, или Квапа вообще себе не могут этого позволить шипы. А вот лоли, на самом деле, такие глупые смерти, как у Лины там были, могут еще раза 4-5 себе делать. Ой, там под ДТ снайпер! Больно! Он просто демонтирует вышку так, залетает на блинке Джиггернаут, пытается убить снайпера, но получается он не слэш по двум героям, по клаку и зомби умирает. Слушай, как же классно Джаггер делает, ты видел это, да? Да. Ой-ой-ой, там правда даунбрейкер, и снайпер кучу урона выдает под ее контроль. Ладно, забрал только одного саппорта, не страшно, все остальные скрылись. Да, я поцелую этого Джаггера, просто великолепно, этот блинк, да, 2000... Черт с ним, если он так не блинкался бы, не было бы таких сочных омни-слэшей. Но проблема в том, что забрал он саппортов, это 4-5 позиция. Остальные коры могут драться, а у тебя нет омни-слэш, у тебя в таверне находится мидер, и кажется, что нечем уже здесь защищать бараки. Так, взрыв от бабки. Идет закрутка. Шнайдер умирает, снайдер вдруг неожиданно, и умирает Лина. Неужели это снова удачный отдев? Отличный, удачный отдев. Просто великолепный. Этот блинк, он просто золото в руках Джиггернаута. Он даже без умни-слэша, даже с одной прокрутки достаточно для того, чтобы упасть на голову, начать крутиться, начать отвлекать на себя внимание, и уже без поддержки саппортов, которые должны танковать, Лина и снайпер не такие страшные, если к ним подойти на расстояние вытянутой руки. Но пока что как раз таки и не реализуется, потому что были два жирных персонажа фронтлейнера в таверне. Ребята решили остаться, и вот, пожалуйста, врыв под бабушки. С печеньки или с блинка, кажется. С блинка она залетела, дала контроль, Джаггер подключился, и в итоге две смерти мейн-коров команды Лоли произошли у нас на ХГ команды Shitty Cargo Ship. У бабушки тоже есть блинк-даггер, я что-то даже и не обратил внимания. Ну слушай, прям команда блинков. Квапа есть, блинк. Джаггер есть, бабка есть. Тимберсо блинк не нужен, у него есть тимберчейн. Огрмак, где твой блинк? Тем временем, на самом деле, уже есть сатаник. Остается только его купить снайперу. И, возможно, тогда будут драки уже посложнее. Ну слушай...
Ты знаешь, 12 тысяч перефарма на какой там 15-й минуте было, и 12 тысяч перефарма на 30-й минуте, это уже разные 12 тысяч. Ну да, вот плюс-минус это было... На 15-й, да. Где-то на 15-й, да. В общем, суть в том, что нормально, держимся. Бараки-то не потеряли, стоят, один даже регенится. Так что прекрасно, игра продолжается. Обрастают уже новыми артефактами и шипы. Есть уже БКБ на Queen of Pain. Дальше Кираса на команду, чтобы защищаться от этой противной и страшной физики. У Папы вообще, конечно, игра идет не по ее плану. Такие, знаешь, артефакты больше на то, чтобы тебя не убили. Но куда деваться-то? Ну а у Джиггернаута Аганим в скором времени будет. И версия мне слэша, которая... Ну, в общем-то, по крайней мере, кулдаун не такой длинный имеет. А с желаемым результатом тоже может помочь. Я хотел сказать, что да, в драке, когда прыгнул Джиггернаут, на... он изначально прыгал на снайпера, и да, он не слэш даже в снайпера, но удача такая штука, что он переключился на двух саппортов. В итоге снайпер остался тогда жив, и кто бы знает, если бы все прыжки были по бедному деду с ружьем. Слушай, а есть ли такая механика, или это какие-то мои бредни старикана, про то, что, в общем, когда ты кидаешь омнислэш на двух рядом стоящих противников, то больше ударов от омнислэша приходится по тому, по кому ты кликаешь? Слышал ли ты что-нибудь такое? Не уверен. Я точно помню, что... Так, тем временем умирает Донбрекер, загулял где-то в лесу. Что-то она прям совсем далеко от команды была, наверное, понадеялась, что на ульте уйдет, но там был Сайленс. Я точно помню, что зависит от скорости атаки Джиггернаута, и помню, что криты, кажется, работают в его ульте, а вот насчет того, кого он должен бить, кажется, цели выбираются рандомно. Ну да, значит, это мне что-то привиделось. Такое, слушай, а от кого там Сайленс летел? Что-то я не могу понять. Почему Даунбрекер не улетел? Возможно, а это майнбрекер у Джиггернаута есть в шмотках, он дает 1.5 секунды сала при атаке. А, майнбрекер, господи, я думаю, почему она не смогла? Силы, ну вот потому. Окей, а теперь флейнера нет, и вовремя, ребята из команды Shitty Cargo Ship этим пользуются, минус саппорт, ну а снайпер беги-беги-беги, родной. Догоняет Джиггернаут по нетфорсу почти уже Лину. На секундочку. Ну да. Тысяча но... уже не имеет никакой разницы. 34-я минута. Плавненько переходим к Лейту. Так, ты стан по КВП, КВП просто умирает от хп. Да, интересно. Не было вижена. Да, это заход на хайграунд, который стоил ей слишком дорого. Ну, а тем временем, кстати, второй Рошан. Снова ДДшка у снайпера, что-то везет ему на эти ДДшки. А, вообще никакой, конечно, драки на Рошане не будет без квапы. А, ну и ждем. 40 секунд она выйдет. Байбекаться уж, наверное, не будет. Вторая попытка защитить хайграунд от перефармленных лолей. Снайпер съедает как раз таки шард, который выполнил с Рошана. И теперь у него есть эскейп в виде бомбочки. Уже какая-то мобильность появляется у персонажа. Я вообще, кстати, еще не... К моему стыду я ни разу не видел, как работает этот скилл. Там почти так же, как апнутый форс пика, как пика. Только он бросает бомбочку и... Хотя это даже, наверное, больше похоже на механику у Бэтрайдера скилла, когда он кидает бочку. Ага. Это что-то такое. Ну слушай, посмотрим. Интересно, конечно, как бы увидеть это. С другой стороны, обычно он попадает в ситуацию, когда, в общем-то, у него прыгает Джиггернаут или Квапа, и им наплевать, мне кажется, на эти там 100-200 расстояния. Но чем черт не шутит, там 375 отскакивает. Да, вот две стороны почти 700. Так, вот оно полетело. Вот оно полетело, минимум не слэш, но забрали. А Эгиса нет. Лина вообще в лесу спряталась, и один Джиггернаут ее разобрать может. А вот и полетел настоящий мне слэш по Рэдиантам. И как же больно! Но вот тут же, как только у меня слэш закончен, Джиггернаут уже не опасен, но они зато убили снайпера. И выходит Тимберсо, погибает тоже. Так, байбек у нас от Лины и от Ква... Господи, я все перепутал. Джиггернаут и Квапа у нас байбекнулись. И вообще на самом деле, защиту можно считать супер успешной. Даже несмотря на два байбека. На самом деле, эти два байбека были вообще не нужны, на мой взгляд, потому что драка и так уже была выиграна. То есть на момент, когда байбекались Джиггернаут и Квапа, оставался только Даунбрейкер.
А Dawnbreaker еще потом решила, ну, горит сарай, горит хата, запырну-ка, разменяюсь в агра. Да. Нет, этот Джиггернаут, он просто прекрасен. В смысле, ты видел, как он сделал? Он прыгнул, дал миньон не слэш, стянул на себя. Все, внимание, пошел крутиться на Лину. Лина почему-то начала от него убегать, вместо того, чтобы бить. Ну и, в общем-то... слишком больно. Он же сейчас в крутилке бьет, у него же есть шар. То есть он бежит под тобой, наносит там сколько, 300 уронов в секунду сейчас, 315. Плюс еще бьет тебя с руки под 200. И как бы больновато получается с ним драться в миле. Так, почему? Ну все, я сейчас досматриваю этот матч, иду пикать Джиггернаута. В смысле, это что-то правда сильно. Ну, он правда в соло чуть ли не выигрывает эту драку. Он с минимум не слэша пробивает снайпера до состояния, убьет его уже любой, в общем-то, пушинкой кто угодно. Дальше крутится на Лину, она ничего с этим не может сделать. Дальше уже кидает настоящий умнислэш практически на всю команду, вносит там 12 тысяч урона вроде бы. И дальше его команде остается сделать уже, ну, просто хоть что-то. Так что Third Reaper прекрасно. Я бы сказал, что проблемы есть с позиционкой у команды Лоли при заходе на хайграунд. То есть почему-то все атаки все равно происходят в снайпере, хотя по сути его должны всеми силами сейвить. То есть какие-нибудь форстафы, глимера, что-нибудь, ну, что-нибудь нужно, чтобы от этой первой волны его спасти, а дальше снайпер сделает свое дело. То есть у него есть много урона, у него есть отхил, он может стрелять всех. Но почему-то команда ему в этом не помогает. Ну, наверное, синцировать надо с Клокверка, с Даунбрейкер. Просто драки-то, правда, с них вообще-то не начинаются, хотя это их задача, ты абсолютно прав. Это... А посмотри, что есть у Клокверка в закупе. Как тебе такое? Mm-hmm. Ну, это типа зачем? Вот мне такой же примерно вопрос существует. Ну хорошо, может быть, мы что-то не понимаем, может быть, он очень боится, что Клопа на него будет нападать или от него уходить. А Актарин Корва, Актарин, господи, Аэндиск Актарин. В общем, Аэндиск там появляется у Клопы, и благодаря этому она сейчас вообще выживает. Наверное, это верный артефакт, учитывая сложившееся обстоятельство. Как мы и говорили, она как линию проиграла, нормально в игру и вернуться не удается, поэтому она скорее вступает в такой в роли не вносящего, да, дэмэдж персонажа, а в добивающего, убегающего, не умирающего. Вот. Ну и, собственно, вся сила, вся мощь сконцентрирована в Джиггернауте. В общем, да, давай мы, наверное, дождемся какой-то интересной инициации от Лолей через Клокверка, через Даунбрейкер. И тогда у них все должно получиться. Если у меня слэш уйдет не туда, если, в общем-то, Джиггернаута раньше времени заберут, или он, собственно, попадет под фокус снайпера, то... Делается у нас смог, причем рисуют на карте команды Шити Карга, что должны быть в лесу у них оппонент, да, находит андайнга на дивардинге, и все-таки смог может стать удачным. Ну, в одного саппорта грустненько, с другой стороны, это минута, когда противник ничего не будет делать, и можно дальше фармить. 13 тысяч, 12 тысяч перефарма, а у нас уже 40-я минута, то есть глобально можно сказать, что у нас уже минут 25 графики не двигаются, и это значит, что преимущество команды Лоли все меньше, меньше и меньше. У Джиггернаута уже, кстати, Скади. Да, после Скади он должен делать башек себе, и тогда будет почти что еще больше импакта будет приносить в драке. Слушай, а ну-ка, мне интересно, я хочу посмотреть на... Так, подожди, если сейчас, конечно, Лина у нас не будет что-то страшное делать. Лина, ты же, надеюсь, не будешь? У нее уже Shadow Blade, она, в общем-то, невидимость и неуязвимость. Ну и да, это нападение Джиггернаута, и вдвоем они через Этериал убивают его просто. Взорвало. А, ну там же у нас 900 тысяч чистого урона с Аганима, правильно? А, нет. Так, ты шо, ты... Ты тоже, я... Да, как я прям тогда. Интересно. Ну, Flame Cloak, он доп. Урон от заклинаний дает. Так что да, по сути, наверное, там сопротивление от магии 25% как раз режет и превращает в чистый. Хорошо. Пошло нападение. Джиггернаут, кстати, без байбека. А мы, знаешь, как-то даже не обратили на это внимание. Там драк, на самом деле, идет очень сложная. Flame... от снайпки очень много урона выдает, и снайпер вообще чудом жив после всего этого. Ну вот, отхил от зомби, и вот там уже погиб и Огр, и
Снэпка и Тимберсо Квапа выживает на Каврополях. Снайпер, ну, правда, там выжил, наверное, на 10 хп в определенный момент. Был бы там Джиггернаут, наверное, все бы даже лучше закончилось. Но, к сожалению, драка проиграна для команды Шити Карго Шип. К ним заходят на сторону и начинают ломать бараки. И пока Даунбрейкер будет выигрывать внимание на себя, то снайпер разломает, наверное, последний оставшийся милишный. Да, то есть смотри, что сейчас произошло. Снова была инициация снайпера, то есть снова он как бы своим лицом танковал, принял очень много урона, благо ему хватило выжить на сатаннике, плюс там зомби захилил его. Но глобально макро-ошибка была, когда умер Джиггернаут на низу, потому что почти убили всех персонажей вчетвером. То есть был бы там Джиггернаут, это было бы третий успешный адеф, и скорее всего игра бы уже точно перевернулась в пользу Шити Карго. Но вот одна ошибка. Но то он кор, он есть кор, что слишком много от него зависит. Да, когда у тебя все яйца в одной корзинке, то Shadow Blade тебе точно не товарищ. Так что нападение от Лины можно считать супер успешным. Самый главный вопрос, где был байбек? А байбек был в прошлом драке, когда он как раз необоснованно байбекнулся, когда все были мертвы, про что я и говорил. Ну что ж, и судя по всему, первая карта у нас близка к своему окончанию. Снайпер, стреляющий за спинами своих тиммейтов, и, наверное, во многом выигранные драки сделали свое дело. Да, Джиггернаут, конечно, зол, его убили, он недоволен, но, в общем-то, наверное, уже не имеет значения твои возмущения, когда тебе несут трон. 42 минуты, закончилась первая карта нашего финала нижней сетки. Поехали на вторую. Поздравляем с победой команду Лолли. Что скажешь, Вась? Как тебе вообще вот этот матч? На самом деле игра была, ну, игра была, скажем так, начало очень хорошей доминации от Лолли, дальше мидгейм был вполне интересный по зарубам, смокам, передвижениям и так далее. Пара дефов от Шити Карго были прекрасны, как ты уже говорил, Джиггернаут очень хорошо себя показал в этом матче, но одна ошибка, и в конце все-таки Лолли сумели использовать свое преимущество и закончить эту игру. В целом игра хорошая, посмотрим, что будет на следующих картах. Что думаешь купить Юл на этом товарище? Сейчас, подожди, у нас тут в чате, я просто хочу хоть как-то поучаствовать в обсуждении с ребятами, потому что я им обещал это дело, но у нас задержка 180 секунд, и правда там не успеваешь уследить. Вот есть такое мнение, например, что Тимбер не доиграл, Гуардиан Грифс, и все это вообще было не нужно. Физухи было недостаточно. Нужно было купить Юла, чтобы цеплять снайпера. Сейчас, секунду. Тимбер взял себе Гримс. Кримсон Гвард. Возможно, да. Кажется, я слышал, что вообще Кримсон Гвард сейчас переоцененная шмотка. Вернее, наоборот, бесполезная. По сути своей, в большинстве случаев. Вот. В целом, Шива хороша, да. Мне кажется, Юл был бы здесь неплох. Вполне неплох. Ну что ж, согласны? Отличная карта. Давай, наверное, уходить на музыкальную паузу. Вернемся, я думаю, быстро, минут 5-7. Не думаю, что между такими напряженными противостояниями кто-то захочет брать большую паузу. И встретимся с вами уже на второй, на которой Шити Карго Шип надо будет, в общем-то, камбэк, чтобы выходить на третью, а Лолли останется сделать один последний шаг. Staring up at the ceiling all alone, dear. You're always the first to leave, and I'm always the last to know how you're feeling. So you wanna know my name now? Then another face in the crowd. You can't run around in circles, it won't drown out the sound. Said I was out of sight, out of mind. Now you're thinking about me on the side, but you know.
Let me down. You took my
waste another day. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. Ну что, мы готовы возвращаться в наше противостояние. Это вторая карта нашего Best of 3 финал нижней сетки. Команды Лоли и Шити Карго Шит. Шип. Я опять попался на эту ловушку, Вась. Ты тут с нами? Да, я слышу, и как раз уже хотел снова поправить. Да. Ну нет, я не знаю, на самом деле, я считаю, они не имеют никакого морального права обижаться на это. В смысле, назвали так команду и хотят, чтобы я не ошибался. Сейчас. Сил тьмы запрещать героя. Да, там, если я правильно помню, то команда писала, как они расшифровываются. Это как раз-таки корабль с нечистотами, условно. Ну, грузовой получается даже, да. Окей, надеюсь, это они не про себя, а там про противников хотя бы. А то как-то депрессивненько получается. Первая карта у нас была прям супер на позитиве. Очень хорошие игры, очень хорошие мувы, очень хорошие, интересные ситуации. И ты знаешь, вот эта ситуация, мне кажется, вообще с поражением Шити и Карго Шип, ее изначально, если выстраивать причинно-следственную связь, можно прийти и вспомнить тот First Blood, с которого начал проигрываться МИД. То есть, можно ли сказать, что Шипы проиграли, потому что сделали ФБ? Мне кажется, Шипы проиграли, потому что чуть-чуть не дожали в итоге карту. То есть еще бы один раз они отдефались, и скорее всего бы они забирали эту игру. Хотя там тоже есть вопросы, потому что заходить на ХГ против снайпера и Лины неприятно. Ну, короче, однозначно игра бы еще шла минут 10-15 до 100%. Хорошо. Ну, собственно, я призываю зрителей присоединяться вместе с Хонг X в обсуждение в чате. Постараемся как-то, я не знаю, с вами заколабиться в этом матче и в этой аналитике, потому что я вначале упоминал, и сейчас еще раз повторюсь, в Доту активно не играю уже 3 года, и мне на самом деле очень интересно, что думают и сами игроки, и сами коллеги про вот пики и то, что происходит. Потому что, как по мне, то, что показали Лоли и Шити, это было супер классно, супер киберспортивно. У них была, правда, хорошая игра без претензий. Что будет интересно на второй? Тут, как я понимаю, да, это оно. Это та самая ВР-ка Харда от Threadripper, которая, скорее всего, будет. Очередь сил света запрещать героя. Что, и худвинка к этому? Оо, товарищ Патч! А это вообще сейчас в мету или так? Сейчас Патч вообще мета-кора у него. Это в смысле... Его берут на позиции кора, да, на первую позицию, даже в профессиональных играх это берут, исполняют, и более того, даже побеждают иногда. Ну, он в смысле какие-то артефакты на нанесение физического урона собирает? Я точно не помню, в чем заключается сборка, точно знаю, что она через аганим, когда у тебя рот, кажется, увеличивается у него урон и уменьшается... Точно не помню, в общем, что дает аганим Пуджу. Вот, что-то делает со вторым скиллом. Да и в целом, герой у него третий скилл переработанный, это блокировка урона, жирный, Крыса. Давящий. В общем, Пудж? Ну вот, посмотрим. Лоли могут позволить себе немножечко экспериментов, немножечко чего-нибудь необычного. Они на первой карте выиграли. Они на самом деле могут один раз и ошибиться. А вот Шити Карго Шип надо уже брать какие-то короночки. И вот, собственно, эти короночки мы видим. Ты говоришь, это будет ВРК именно на третью позицию. Так что, да. Получается, и она даже против Пуджа стоять будет. Худвинг тоже. В общем, это начало пика у Шити Карго. Прямо как в начале турнира. То есть там также залетала ВР-ка на ФП и Худвинг после нее. Вот. А поэтому дровка? Я не знаю, дровка что сейчас потом будет. Что? Дровка потом будет? А, дровка нет. Скорее всего, нет. Ну, мало ли.
шикарный, ну, энджовый пик такой. Окей, посмотрим. Они, напомню просто, Лоли тоже взяли мощных дальнобойных дэмэдж-дилеров и прикрыли их толстячками. Будут ли дровку, Верочку и Худвинка прикрывать кем-то Шити, вопрос. На самом деле, персонаж, наверное, чуть более самостоятельный и достаточно, в общем-то, прекрасно и сами себя спасают. Да, у обоих персонажей есть эскейп, причем в целом механика у них схожая. Это ускорение плюс промахи. Да, я сейчас смотрю на них, они даже и выглядят как брат с сестрой. Так, знаешь, ну, вот, гуманизированная VR-ка и... ну, в общем, мутанизированный, анимализированный Худвинг. Окей. Что-то очень долго сейчас Шити думают. 50 секунд, доп. Время. Что там думать-то, ребят? Ну, возьмите пятерку, да и не думайте. Очередь сил света выбирать героя. Ну нет, Слардар. Это я вообще даже не понимаю. Слушай, подожди, а Слардара берут на четвертую позицию или это Корт Слардар? Я, честно, пока не понимаю пик еще. Возможно, все-таки Тредрипер захочет идти на ВР-ке в Кора, как вариант. Ну, учитывая, что он прошлую игру играл на Коре, есть такая вероятность. Ну да, просто Слардар как-то привычный на третью позицию видеть. Лоли моментальные два пика, Тролль и Кунка. Прекрасно, слушайте. Это выглядит очень-очень интересно. Окей. У Шити остается очень мало дополнительного времени. Пока мы оба с Василием Пиких абсолютно не понимаем, что осталось же они там для нас секунд заготовили. Не хватает все еще пятерки. Наверное. Осталось 5 секунд. Очередь я не люблю тролля. Мне не нравится этот персонаж. Почему? После реворка ульты он мне не нравится. Потому что ульта бесполезная. Ты нажимаешь, тебя кайтит. А в этой игре есть чем кайтить. И в итоге ты умираешь на лоу хп. Ну, подожди, а если у нас есть тролль, то мы точно понимаем, что путч уже не первая позиция. Тоже справедливо. Так что выбирай. Героя. Как бы тут уже такая, знаешь, теорема Эскобара. Тебе либо путч, либо тролля. Нет, я говорю чисто о своих предпочтениях, что тролль мне как герой не особо нравится, в принципе. Вот, а так, пик Кунка. Кунка, скорее всего, снова будет... вернее, Кунка будет для Кио. Осталось это будет мид Кунка, секунд, я думаю. Ну, вполне вероятно. Будет многое зависеть от того, насколько хорошо он исполнит. Потому что в целом Кунка может и сваншотнуть и Дазла, и Худвинга, если чуть подзазянется игра. Да и в целом навести много шороху по карте. Ну да, я вообще считаю, что пики команд в первой карте, они выглядели как-то более привычно и стандартно, что ли. Потому что сейчас набираются персонажи, которые первично между собой вообще, во-первых, как-то слабо синергируют и слабо смотрятся. Но... возможно, просто Лоли и Шити пытаются друг друга и нас вместе с ними еще и перехитрить. У них сейчас еще целых 2 минуты на... Ну ладно, окей, Санкинг. И это Санкинг третья позиция, наверное, да? То есть это пуш четверка, винга пятерка, тролль единичка и кунка двойка. Ну вроде как вот на это все похоже. Да, в целом похоже. Мне в целом очень нравится пик команды Лоли. Потому что... снова есть много урона, в то же время очень плотный герой. Тинкер. Тинкер! Вот это да! Получается, что все-таки Сайка берет Виндрейнер. Виндранер. Подожди, не Сайка, а получается. Сайка, все верно. Нет, а подожди, так. А Фэдриппер? Это он и есть, получается, правильно? А, ну да. Да, все. Потому что. Не понимаю я, как это, конечно, работает, но ладно. Хорошо, все-таки есть у нас третья позиция. Слардар, Виндрейнер. Это будет Кор, единичка, Чупа на меди исполнит на Тинкере. Полетели мы на вторую карту. Очень интересные нестандартные пики. Есть персонажи, от которых очень много зависит у Шити. И они, как я понимаю, должны быть как минимум точно хорошо натренированы. Если мы про Фэдриппера уверены, то вот от Чупы Тинкера ты видел? Были ли они на прошлых картах с этим персонажем? Я точно... кажется, да, Тинкер появлялся в какой-то одной из карт, но не помню, насколько хорошо все получилось с ним, честно. Давно уже было, все-таки
турнир идет у нас не 2 недели. Ну да, да, тут ты прав. Все лето мы играем. Не знаю, просто для меня всегда Тинкер это персонаж на дичайшее исполнение. Там столько всяких микромоментов, что, боже, упаси, я как-то пытался научиться играть на Тинкере. И ты знаешь, там полуторачасовой гайд с разбором того, как просто там делать за него какую-то мелочь. То есть это нормально. То есть этот персонаж требует очень много к себе внимания. Так, полетели мы с вами. Полетели мы с вами на вторую карту. Напоминаю, Шити Карга Шип проиграли первую. И сейчас в шаге от того, чтобы вылететь с турнира, заняв 3-е место, заработав всего лишь 400 контрбаллов. А команда-победитель гарантирует себе второе. Выходит к Фениксам в финал. А Лолли еще и должны свой титул защитить, потому что они у нас являются победителями прошлого года. У нас там в чатике есть подключение от зрителей. Спрашивают, что мы думаем по поводу гранд-финалов отборочных на Инт. Но ты на самом деле уже рассказал, да, на первой карте? Я как раз хотел, да, сказать, что уже говорил про это, и что я очень-очень расстроен по этому поводу. Очень неожиданно как-то все случилось для аутсайдерсов. Ну, Бэтбум, видимо, были сильнее в этом противостоянии. Хотя Рубик Мид, ну... Ну, не папчик, это гранд-финал, надо как-то понимать, что ли. Да, наверное. Риск дело опасное, но, с другой стороны, кто не рискует, не пьет игристого, что ФБ на карте, наверное, не будет. Торрент полетел, не попал торрентом, а вот, господи, с Тандером, что, как скилл называется, крашем будет. Все, так, все, а все умирает. Думаешь? Здесь под ней, он под ядом у Дазла, Дазл его не отпустит просто-напросто, и он здесь умрет. Ну да. И это First Blood для дайров. Прекрасно. У нас в этот раз получается за да, Radiant играют так же Лоли, как и было, а за дайр точно так же Шити Карга Шип. Я просто, понимаешь, я настолько уже отвык, что я даже забыл, как называется второй спелл Слардара. У меня были времена, когда я в смысле знал все. Сколько урона, сколько процентов, на каком уровне прокачки наносит каждый скилл. Сколько там, я не знаю, какие-то особенности всяких этих скиллов. Сейчас, конечно, память уже не та. Но, слушай, а у нас, подожди, у нас путч в миду. Ты, да, как, вообще, будь здрасте, я не понимаю. Получается, Кунка, да, погиб-то, конечно, прекрасно, но это была 3-я позиция, он сейчас со Слардаром, 4-я позиция. Кунка, Кунка. Да, это не так, наверное, даже грустно, может быть, на его смерти, но вот что-то он дальше пошел, не переиграл, конечно, парня. С Дазлом, ну, неприятно ему размениваться, Дазл, смотри, его просто под первым скиллом он не прекращает действие, он продолжает этот яд стакать, и Кунка снова умирает. Может быть, нейтралом? Не нет. Не успеет. Просто я Дазла на первом уровне разменяться с ним милишником очень-очень неприятно. Абсолютно верно. И Кунка 2 раза уже умирает на старте. Вот после такого, конечно, можно очень сильно расстроиться. А Пуш как бы на центре и не умер. Но не, есть хук, есть фейрик. Возможно, мог защитить под башню в себе с хука. Какая и сделать ФБ. Ну, не ФБ, а сделать килл на центральном коридоре. Окей, а что у нас происходит на нижней линии? У нас Слардар с Худвинком будут мешать фармить троллю. У тролля дела пока обстоят неплохо. Крипста топовый. Не особо мешают. Ну да, как-то тут Слардар получал наполовинку. Он еще в ФБ участвовал, пришлось долго перетягиваться, тратить ману ХП. И регена нет, ничего нет, отвода еще Винга мутит. Все прекрасно, хотя вот тут пару орехов, ой, как больно было. Если бы зацепили, наверное, я бы уже и не ушел. На самом деле очень удобно стоит линия снизу для команды Силы Тьмы, то есть под их башней, они контролируют, это вот не получается сделать у Винги. Вот, комфортная линия стоит, в общем, я считаю. Да, абсолютно. В этот раз снова лайнинг пока в начале, так, поначалу чутка выглядит более позитивным для Лолли. Ты знаешь, вот это искусство перекэсить оппонента, переденаить, оно всегда лично моей, например, было очень слабой стороной в игре. И я так вижу здесь Лолли тоже по этому искусству, ну так, чуть-чуть, может быть где-то даже не чуть-чуть, своего оппонента раз за разом переигрывают. И Курьера, кстати, теряет у нас Кункевич. Дазл ему тут готов объяснить вообще по всем фронтам. Худвинг не дожил до рассвета.
Ну, в общем-то, 1-2, первый фраг и для лолей подоспел. Да, пока равно стоят, на самом деле, все равно линии. Хотя нет, очень много... Перекэшит пока что тролль, 100%, кора у команды сил Шиди Каргашип. Да я бы вот, там сказал, у Сандкинга вообще дела неплохо обстоят. Посмотри на него, это топовый крипстат, да. Он со своей тучкой просто не дает ВРК нормально фармить. У той дофигелен, как бы, конечно, возможности отрегенить свое ХП, но как-то это, вероятно, война центриков, она не выигрывается. Так, Кунка, я надеюсь, не будет у нас умирать. Он, конечно, под ядом, полетел за ним ВРочка, но тут полетел стан защитный и... Кстати, яд свадьи. А дотикает, да, кстати. Да, да. Ну, прям совсем грузно 0-3 парень начинает, да, зал 3 фрага имеет на старте, боже мой. Этот парень скоро себе купит догон. Смотри-ка, у нас идет уже опережение даже по XP в центре. Хотя, возможно, это как раз и был этот рейндж крип. Так, Казар ударит теперь с Лордара. Да, дела обстоят таким образом, что верхняя линия выигрывается за счет Дазла у Шити Карго Шип, а вот нижняя линия выигрывается за счет хорошей пары с троллем. Погиб у нас и Пуч на центре, как я понимаю, да, еще на топе сейчас может быть какой-то опасный размен. Там полетела стяжечка не совсем удачно, Сандкинг уходит на ножки, ну а Фена пробить, даже несмотря на то, что он нафидонькал, не так-то просто. С Пуджом прям грустновато, слушай, отлетел. Ну, он его все проминал. Видимо, промял до конца, когда Пуч был без ресурсов. Получилось это сделать Тинкер. Тинкер в итоге 6 уровень, ракетка, лазерочек и ТП на базу, чтобы отхилиться. Прекрасно, прекрасно. Да, Пуч, наверное, Тинкеру в миду не товарищ абсолютно, и помешать ему как-то в этой игре успешный не может. А снизу у нас идет атака, в итоге умирает Винга. Слишком просто. Ну, слушай, Впервые, да, это удалось сделать у Слардара и у Кудвинка. Наконец-то, наверное, подгадали у нас тайминг баши, не тайминг, очередь, очередность баша. Ну и размены там, размены везде. Единственный пока, кто сильно выделяется, это тот же Кункевич, который три раза погибает. Ну и, кстати, Санкинга сейчас, нет, навряд ли таран защитный. Дазл как бы сам не отвалился. 6-я минута. Давайте перейдем немножечко на нетворсы. Вот и мы видим, что Тинкер имеет топовый нетворс на пару с троллем. Пуч встает на 600 голды. Не очень дела обстоят у Виндрейнджер, которая, я напоминаю, является здесь такой задротской заготовочкой. В смысле, Василий упоминал, что это ВРК до этого кучу раз появлялся у Шити. И, я так понимаю, Фудриппер на ней очень много умеет играть. А вот Тинкер на центре. Хочет уральный крест. В итоге получится ли уйти? Крест нет. Креста не хватает. Он все-таки взят в один и умирает Тинкер. Да. Получается, что Тинкер, несмотря на свое первичное преимущество, сейчас его теряет на этом неприятном фраге. Мангуст еще и не уходит. Пытается Дазла, наверное, как-то наказать. Но Дазл не подходит достаточно близко для этого. И разойдутся, как в море корабли. Слушай, вот этот пуч с мида, это, наверное, какой-то пуч про то, что я сейчас пойду всю карту убивать со своими хуками. То есть я жду от него какого-то экшена. Этот персонаж, как по мне, не очень хорошо фармит и так далее. Он создан для того, чтобы делать мясо. Да, справедливо. То есть пуч должен как-то линию свою отставить и дальше идти наращивать преимущество на других линиях, потому что скорее всего он сейчас занёт себе вот вангуард, видимо, он хочет. И начнет наводить суету на карте. Да, я этого очень сильно жду, потому что не часто увидишь Пуджа в таких матчах. И, в общем-то, это всегда очень-очень интересно. Дела, кстати, да? Снова зеркальная ситуация какая-то получается. Вернее, не зеркальная, а похожая ситуация, как в прошлой карте. Харда у команды Шити Карго снова 4 уровня, оба персонажа, а Кор уже 6. И вот такой вот перевес имеется по XP. Да, Слардар 2400 на уровне Сандрейнджер встает. Лоли перефармливают опять и вновь, несмотря на там отставание по фрагам. Кункевич, конечно, всего лишь косарь, но это, наверное, не так страшно. От парня немного требуется. Крест дал, контроль дал, корабль дал. Дальше иди гуляй. Сейчас была атака на Виндрейнджер сверху, и буквально чуть-чуть не достал станов Сенкин, так бы, возможно, был даже опасный момент, потому что там Кунг уже давал крест торрент, но из-за того, что станом был промах, то не получилось. А вот и Пуджик, привет! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Полетел от Винга еще стан, и, в общем, хватает этого контроля.
А тут и даже зачем центр выдали. Хотя нет, неплохо. Слардарчик, да, подошел, получил. Минус половина хп. Еще и будет подкоп. Под крестом, наверное, все-таки убежит. Да, позволяет даже первого уровня крест. Ай-яй-яй-яй-яй, Мангуст! Отлично! Есть задувка. И не уходит даже Слардар. Тут, конечно, приходит Тинкер. Надо, наверное, бежать команде Лолей. Зачем Тинкер прилетает? У него 200 голды до блинка. Зачем он прилетает сюда? Ну, поддержать команду, говорит Тинкер. Ну и, в общем-то, не успевает он ее поддержать и никого догнать. Да. Отличное нападение от команды Лолли. В итоге Пуджа разменяли и в Кора, и в оффлейнера. Ну и по итогу, да, даже что-то, видимо, зарабатывают. Так, а что у нас тем временем? Санкинга? Нет? Есть? Да? Подожди-ка, ВР-ка. Как помнишь, на тебя там пытались нападать. Так что я думаю, ВР-ку здесь буду второй раз пытаться убивать. Хотя тут подходит Тинкер очень вовремя. Ну и все в расцепную. Так, убивает все-таки Тинкер. Очень был интересный у него блинк прямо в подкоп. Но в итоге получилось сделать килл. Приходит заново Пудж. Не совсем удачно. Тут куча сейв ТП. Пудж, не туда ты пришел, родной. Тинкер, ВР-ка сейчас будут наказывать этого мидера. Что хочу сказать. Очень классная реализация таймингового блинка. На Тинкере происходит. И уже получается сделать два фрага на топе, если не ошибаюсь. Не помню, был ли еще вот в позапрошлой драке какие-нибудь киллы. Да, Тинкер как минимум сейчас не позволяет все убить свою команду на топе. Это уже дорогого стоит, в том плане, что этот блинк и его включение сейчас супер и супер полезны. Мидер команды Шити Карго Шип пока делает для своей команды больше, чем Пудж, как будто бы. Но Пудж попыток не теряет, дальше пойдет наводить суету. Сейчас у него блинк в квикбае после вангарда. И, наверное, с ним его агрессия только увеличится. Нижнюю башню сил света атакуют. Да, и, кстати, хотел задать комментарий тоже по поводу ТП Слардара, когда они сейвили ВР-ку все. Кажется, Слардар не тот герой, который должен прилетать, тем более без своего 6 уровня, что-то делать, потому что... Ну, а что он может сделать? Дать стан и все. Потому что еще нет скорости атаки у него, ульты у него тоже нету, свои башни он будет стакать очень долго, и, кажется, разумнее было бы ему дофармить тогда свой 6 уровень, а иначе у него отложился буквально минут на 2 даже. За счет того мува с ТП на топ. Ты абсолютно прав. Команда Шити Карго Шип сейчас в позиции того коллектива, который хочет, чтобы их пока какое-то время не трогали. Набрать первичный артефакт после не самого лучшего лейнинга. Позволить дровке нафармить Мейлстром и еще что-то. Позволить Слардару нафармить блин. Позволить Тинкеру чуть-чуть набрать за возможность, ну, благодаря возможности быть постоянно везде и фармить, и все, и везде. О, кстати, смотри, какие вкуснейшие стаки. Да, просто стаки там наделаны... Милота. Очень крутая работа саппортов, потому что если ты посмотришь на верхний лес, там тоже стаки есть. Да. И не один. Ну, не машинками, так лазером он их зафармливает и прекрасно сейчас зарабатывает огромное количество голды, выбивает нейтральные, наверное, артефакты для своей команды. Да. Пудж такой возможности фармить не может похвастаться. Тут, конечно, на виду на Дазла, наверное, падут и даже убьют. Но что есть саппорт в пятой позиции? Переживем. Кстати, фраг. Серия в итоге прервана. 4 фрага было у Дазла. Пупкевича-то. Ну да, все-таки килл был приятный. Так, Тинкер даже на Пуджа не боится соло прыгать. Там была бы, наверное, еще плюс одна винга поближе, и можно было на самом деле поплатиться. Но этот парень себя чувствует уверенно. Дальше полетит Аганим. Он у нас сейчас что, лазер улучшает? Ну, уменьшающий луч. Господи, ты боже мой. Да, я абсолютно не успеваю уследить за всей этой метой. Ну, ладно. Пока более равный игра, чем на первой карте. Не находишь? То есть все выглядит да, плюс-минус да. Окей. На центре, а вернее на топе нападение у нас на ВР-очку. Через корабль, через крест. К сожалению, шансов у нее тут не было. Недооценила она, что могут так быстро, легко ее убить под Т1 Тавром. А они могут. Да, вот две ульты ее убили. Спокойно. Красиво, аккуратно. Вот. Конечно, у нас более равная игра, потому что в прошлый раз на... Какой, на 15 минут у нас было 10 тысяч перефарма в сторону Лоли, а здесь только 1 тысяча, и видим, что в целом-то и по нетворсам играбельно все, и по киллам.
Даже Шити Гаргашип опережают 10-7 на счет на этой карте. Ну да, пока мы с вами с тобой обсуждали равную игру, в общем-то, Шити не тормозили, сделали фраг и на Пудже, и на Тролле. И первая и вторая позиция находится в таверне, а еще и третья позиция находится в таверне. Молодцы. Просто на тоненького словил. И еще сейчас один килл будет с помощью Тинкера. А, там просто сетка убила. Все, ливайте, ребята. Этот Тинкер готов вырывать позвоночник, как в Mortal Kombat, красотища. X-Ray. Да. А, моментально там зарабатывается, наверное, порядка 2000, да, то есть фактически перевес был в 2000 для команды Лоли, а сейчас перевес, ну, наверное, что-то даже по голде, ну да, где-то 2,5 они заработали. Да, чуть меньше 1000 пишет, что стали даже побеждать. Шити Каргашип. А сейчас СК сидит в засаде, хочет с блинком попробовать на Слардара, но в итоге ничего не получилось. Засада не удалась. Собирается четвером команда Лоли внизу. Возможно, хотят форсить вышку на боте у команды Сил Тьмы. Как-то странно они это без Пуджа делают. Пудж еще должен 700 голды дофармить на блинк. Он все-таки решил отказаться от этих своих попыток убивать все и все до появления блинка. Ну и, в общем, наверное, без него как-то атаковать странновато, но тролль Солон может забрать. У него, кстати, уже появился БФ 14 минута. Отличные тайминги, я могу сказать. Кажется, что если бы Кунка был все-таки в миду, а Пудж на четверке, то было бы поинтереснее лейнапы. Да, Кио тут тоже терялся на центре, вышел крипчиков подфармить, но ему не готовы разрешать такую наглость сделать. И лично Тинкер всегда, Тинкер везде, Тинкер повсюду, он всегда успеет. Да. То есть Кунка, мне кажется, просто побыстрее начинает активно играть, если у него появляется уровень плюс какие-то деньги. То есть что ему нужны? Фейзы ШБ, условно, на первые. Там, как от игры уже зависит, конечно, может Кристаллис. Но дэмэдж он может дать больше и постабильнее, чем Пудж. То есть у него всегда есть крест, а у Пуджа хук. Ну, это был эксперимент, который пока не удается. Посмотрим, будет ли он все-таки нафармливать эти там 500 оставшиеся голды. Нет, не ждет. Не ждет Пудж. Смоки полетели вперед. Будем заходить в лес. ВР-ка всегда крутится в одной и той верхней же точке. Она, в общем-то, не меняет свое местоположение. Поэтому идут ее искать. Но Тинкер был близко и решили, что это все даже получше. Но он успел блинкануться неприятно. Придется довольствоваться только одной целью Дазл, но он еще и под крестом. Черт, ты его заберешь. Правда, тот на торренте немножко замедлился. Подходит Слардар. Есть таки блинк от этого парня. И тут же на этой контр-инициации удается забрать и Пуджа. И Кунг не уйдет. Винга, беги. Круто, круто сыграно. Вся команда оказалась в миду. Тинкер выжил со счет матрицы, сделал блинкаут. И в итоге развернулся, еще выписал урона. Там по всем с лазером попал, кажется, по троим. Очень-очень много это получилось для команды Лоли. Они такого не ожидали. Да, очередной выход для них неудачный. Да, по голде они все еще не отстают, потому что у них есть все это время фармящий тролль. Вообще, в целом, ты знаешь, весь этот спейс как будто создается для того, чтобы тролля не трогали, потому что у того максимально такой жадный билд, БФ, КБ сейчас, конечно, собирается для того, чтобы после уже сборки этого артефакта начать участвовать в драках. Но вот как ты считаешь, может ли здесь один тролль эту игру перевернуть? Потому что лично мое мнение, что вообще нет. Я вот сейчас так смотрю, окей, у тебя есть тролль, но камон, там настолько мобильные персонажи, что кажется, что он за ними не угонится. Вот я про это и говорил, когда я еще на стадии пиков, что тролля здесь будут кайтить, если даже он будет в драку приходить. Потому что тут есть куча привязок, станов, баши, есть крест, который, ну, даже если тролля не фокусирует, то цель, которую он бьет, у нее просто кидается крест, и она выживает. Плюс есть Тинкер, который всегда будет мешать, появится Хекс у Дазла по области, Хекс у Тинкера, ВР-ка, которая бегает в виндране. Ну, короче, сложная игра для тролля. Непростая. Непростая, согласен. Надо будет что-то придумывать. В это же время команде Шити Карга как будто бы некуда торопиться. Еще дофармливается Аганиму Слардар. Вот как мы видели в прошлой драке, наконец-то появился блинк, благодаря чему он стал супер полезен. ВР-ка вообще никуда не торопится. Она такое чувство, 20 минут вот с этого топа не уходит. Выфармливает все, что там движется. Не самая она, конечно, удобный персонаж для фарма, но куда деваться. Старт был не самый лучший. Не получается агрессировать на просто так. У нее 7000 нетворса, хотя бы что-то.
после появления БКБ уже, наверное, поговорим. А там на боте все-таки пошел смок от шитов без выручки. Находят они Санкинга. Не самая удачная цель. У того еще и блинк не сбит. Он вообще, кстати, в себя очень уверенно верит. И да, не поймали. Так, тут прилетает Кунка и Пуш. Как бы на контратаке не умереть Шитикарга. Нет, они уходят, понимают, что уже слишком долго затянулось. И сейчас преследует череда телепортов. Хорошо прочитали момент, но и классное исполнение Санкинга, который все-таки смог уйти от нападения. Да он как-то, честно говоря, мне казалось, что он заторможенно действует, но он был настолько себе уверен, что его не убьют. Или может даже байтил и думал, что, в общем-то, он достаточно плотный, хотя 1200 хп, 20-я минута, ничего кроме блинка по сути нет такого, ну, не знаю. Мне кажется, могли его там быстренько шлепнуть. Да, если Адат буквально промахнулся, там пиксели были для его краша. Это не его краш. У нас Пудж дофармил блинк. Я жду от Кио включений. Этот эксперимент, он был для чего? Для того, чтобы этот парень фармил, что ли? А вот и эксперимент. Уважается, поймали Тинкер, чем пойдет по нему. Только там Слардар залетел, и все. Прекрасный кекс от Дазла. Про что я и говорил. Это, ну, это имба, когда ты даешь хекс на 2 секунды по области. Пуш уже хотел есть кого там, Тинкера. Вот, Тинкер, возможно, даже бы умирал в этом моменте, но заехал хекс, в итоге Пуш просто умер. Да, очень быстрый огонь в шарт, классно дазл, не ждем артефактов, покупаем хекс за 1400. Да. Сан Кинг. Не очень удачная перетяжка, Шитикарга. Уже начинаю чувствовать себя очень уверенно. Ребята, лоли, не сыпемся. Ух, как бы тут еще тролля не поймать бы. Мне кажется, он один на один сейчас драку не готов выигрывать. Хотя у него-то, кстати, БКБ уже есть. А вот у ВРочки чуть-чуть не хватает. Дальше пойдет МКБ. Попытка Пуджа напасть на ВРку. Она не уходит с топа. И кажется, вот здесь ВРочка может и погибнуть. Да, не чувствуется. Фокус Файр успел нажать. Кроль где-то бежит. Но, скорее всего, он ее догонит. И умрет в этом моменте ВРка. Да, хорошо. Ну, долго она фармила, честно говоря, без какого-либо... без какой-либо защиты команды и так далее. Так что... доказали. Ладно, на боте тем временем. Пуш уже идет через лордарчика. У него есть... что у него после блинка? Как будто что-то летит. У него должны же быть деньги. Нижняя башня денег, сил Лордар. Света разрушена. Да, нету денег. Может, что-то есть? Атакуют. Нет. Нет, у него 7000 на форс. Так, тролль. Наконец-то мы видим этого боевого тролля. Под корабль-то удается забрать Лордара. Вообще не ощутил. А тут и Пудж. Нет ульты, нечем сбить блинк, к сожалению. Ладно, забрали Слардара. Без Верки драться пока не хочется. Ух ты, там Худвинг прячется в лесах. Санкинг не нашел. Ну да, там ТП-шка, кулдаун целая минута, поэтому без вариантов его там ловить. Не уходят еще Радианты с леса противника, будут теперь его фармить какое-то время. Ну а Дровка, наверное, дождет Слардара и пойдет на контратаку. Не делает в своем лесу противника держать. Ты хотел сказать Виндра, Винра. Я сказал. Дровка. Возможно. Я, как я и говорю, смешались в кучу кони, люди. Я говорю, когда-то я знал все проценты, все на каком что уровне и так далее. Но те времена закончились. И, в общем-то, теперь мы даже не все названия скиллов помним. У Пуджа руна инвиза, и кажется, он хочет кого-то подловить на заходе на ХГ, где делался хук, но хук в итоге мимо. Чудом, мне кажется, повезло, потому что нету вижена все равно у команды Шитикарга, и... повезло просто. А тем временем Пудж пингуешь, ну типа есть вижен, на самом деле вижена тоже нет. Либо он хотел, чтобы поставили его. Ну все, пойдут дары выбивать, это ненормально, там пошел свап, Худвинку как будто сейчас будут убивать, но Худвинк... спасен, а вот товарищ Винга нет. Окей, приходит Тинкер. А там, подожди, это что сейчас было? Это у Кунки, что ли, такой? Да, это шарт от Кунки был. Нормально так отогнал у противника волной. Да, и в итоге на вижене своем, хоть они его и расставили, но... а, вижена не было, был просто центряк. Минус 2. Хорошо приняли Шитикарга шип
своих оппонентов на своей уже двойке. Но тем временем тролль до сих пор держит первую позицию по нетфорсу, до сих пор он ее фармит, уже 17 уровень имеет, и МКБ, видимо, делает себе. Да, МКБ. Ну да, это справедливо, потому что у нас есть винран, у нас есть лазер от тинкера, чтобы было поприятнее играть. Да вообще, чтобы можно было бить этих неугомонных быстрых ребят. Еще бы как-то крест бы научиться контрить с помощью артефактов, но нет такой, наверное, возможности. Поэтому тут пока фарм, который всех устраивает с редкими вылазками с одной и со второй стороны. То одна, то вторая команда чувствует себя супер уверенно, но на самом деле никому пушить сейчас и вообще чем-то подобным надо заниматься нет нужды. Постоянно пуш заходит очень глубоко, и поэтому его команду убивают. Тинкер попал, сейчас будет свап, стан. Нет, у Пуджа слишком мало хп, приходит тролль. Вот он-то готов драться, там полетел крест. На самом деле пробить стардара будет тяжеловато. Эпицентр хороший. Верочка начинает раздавать под кого очень сочно. Ну и, кажется, тролль, да, последняя стрела долетела. Мне кажется, хук это даже минус ему сыграл. Фух. Урон фокс. На самом деле, на тоненького мог выжить, если бы не последняя стрела от Винрейнджер, то даже бы тролль выживал. Глобально драка удачная для Шити Карго Шип. 2000 они зарабатывают и 11 тысяч урона наносят. Боже мой, какие огромные цифры. Тинкер и ВРК — это те персонажи, которые вроде бы незаметно, но заливают тонны и тонны урона. И Кор погибает, и Т1 сейчас потеряют. Ну что ж, вот эти те Шити Карго Шип, за которых я готов голосовать. Да, и как можно было видеть, я не знаю, откуда столько урона произошло в... Когда били Слардара после его стана по винге плюс троллю, вот, но урон был колоссальный, и ульта в ВРке попадает по троллю, тролль за ней бежит, в итоге в ульте он не хилится, и ВРка просто там через 5 секунд его добивается своего фокус-файера. Абсолютно. Она тоже, кстати, зеркально собирает МКБ, так же, как и тролль. Тут снова просто, знаешь, инициация драки выглядела очень страшно, плохо, я бы даже сказал. В том плане, что вот этот пудж, это прям разочарование этой карты лично для меня, потому что, ну, он мало того, что не очень-то хорошо выполняет позицию 2, он еще и драки глупые начинает. То есть сейчас, например, он просто стоял на виду, опять бил крипов, как это было, в общем-то, пару раз до этого. На него напали, и вот она, драка с рочей стороны позиционкой. Пуч у тебя на половине хп сразу же, и дальше помогать ничем не готов. Только там хуком попытается спасти кого-то. А хуком он вытащил тролля. Тинкера. Ну да, но и это даже на отходе. Интересно, но словно позиционка, но... Не получилось ее. Как-то там не был никто готов, в смысле, к этому. Это же было нападение на Пуджа, это же не была инициация от Рэдиантов. Вау, там Санкинг находит двоих, отличный подход. Тут его должно быть видно. Да, стоят центрики, сейчас будут наказывать. Так. Кого-то есть пуш, пуш есть Тинкера. Тинкера поймали, делается ТП, крест, там хватит. Крест, конечно, классный, но нет, наверное, тут уже не уйти. Слардар, великолепно, просто равага там была. И вот он, урон от ВРки. Отличный урон, кстати, минус 4. В размен только на одного Тинкера. Супер. Супер. Пупер, абсолютно. Конечно, драка немножечко разделилась, но такое чувство, здесь уже против таких шипов ничего не сделаешь. Нижнюю башню сил света атакуют. Ну, все равно ждем тролля. Надеемся, что у него что-то получится. Кстати, у него на подходе МКБ. То есть 200 голды, даже 100 остается. После пачки у него уже будет она готова. И тролль бегает до сих пор с Poison Mask. Хотя уже территориальные артефакты падают. Ну, фармит, наверное, лес и хочет быть на фулл ХП. Не знаю. Странно. 27 минута, наверное, лес бы и так легко фармился за счет родного регена, но что-то, может быть, парень знает. Ну и да, тир 3 есть. Вот, например, психик корона. Окей. Как выглядит идеальная драка для команды Лолли? Что им надо сделать? Как по-твоему? Мне кажется, им нужно, чтобы пуш пошел вперед, чтобы под него стахнулись пару героев, дальше влетает Сан Кинг. И там под торренты корабли как-то вносится урон от тролля. Вот, мне кажется, такая идеальная драка. Но вопрос, может ли такая ситуация произойти? И даст ли Шити Каргашип, чтобы их так развели, собрали в кучу?
Это вопрос, потому что им всем нужна позиционка. Тинкер не хочет подставляться, Винран, ВРК не хочет подставляться. Дазл тоже не хочет подставляться, как и Худвин. То есть единственный, кто может подставиться, это Стардар. Да, мы раз за разом просто не видим инициации от Лолей. Я жду от них какие-то смоки, я жду от них какую-то, в общем-то, попытку самим уже напасть. Но пока они все фармят и фармят тролля, теперь следующий его шаг, который он ждет, это Блинк. Артефакт, без сомнения, полезный. Но это еще 1000, когда вы делать ничего не будете. А вот Шити Каргшип очень хотят на третью карту, и поэтому нажимают еще одни смоки. И будут выходить повторно. Тут все от всех отблинковываются, но вот Блинк не уйдет. Мангуст максимум посмотрит на смерть своего друга и тоже отвалится. Да, очередной смок на этой карте. Очередной успешный смок на этой карте. Слово, он увечался не такой большой. Да. Килл есть, значит успешный. Ну, с другой стороны, это килл на четверке, а вся остальная команда фармила. Часто деньги, заработанные с крипов, больше готовы принести. Об этом вам расскажет тролль, у которого, наверное, там куча смертей и мало фрагов. Да? Ну так, ну, 2-2. Да, 2-2. Да. Но вот нетворцы самые-самые рекордные, что на то не есть. И, в общем-то, я не знаю, Лоли в этот раз отыгрывают правду второй позиции. Я все жду, когда они начнут. Блинк, 1000 голды. После блинка, что еще может понадобиться троллю для того, чтобы начать наконец драться? Кажется, что уже будет 6 слотов. В рейсбенд пока не хочется выкидывать. Он там только 4 минуты назад стал давать x2 этих статов. Так что артефакт без сомнения полезен. Так, какие команды фармят? А, стоп, что поймали... Как поймали Тинкера, я не понял. Да, он делал что-то во вражеском лесу, и это что-то, в общем-то, он теперь не делает. БКБ появляется на радости Хукио. Ну, все. Это прям геймчейнджерный артефакт. Теперь такого пудж забрать будет уже тяжело. 2400 хп. Магии не пробить. И неужели это Рошан? Да, байбека нет у Тинкера. Навряд ли пойдут ребята из Шити Каргшип, в общем-то, контестить этого Рошана, потому что сейчас оппонент заберет его достаточно быстро через такого мощнецкого тролля. Троллю нужно собирать следующим артефактом какой-то реген. Ну, возможно, Станик. Снова я про это скажу. Потому что, как мы видим, даже от Рошана он слишком сильно отлетал. Ну, этого Possessed Mask больше нет, да, он поменял на Mindbreaker, так что теперь беда с хп-регеном и вампиризмом. Окей, вот он Аегис, и вот палочка эстафетная передается команде Лолли. Они сейчас должны провести свою первую идеальную драку, которая, в общем-то, по их разумению, должна их отправить в финал. Ну, а Тинкер, больше так не ошибайся, не надо тю-тю. Уже наошибались на первой карте. Тинкер сейчас старается как-то распушить линии, дать пространство. Нижнюю башню сил света атакуют. Ну, тяжело такого парня, конечно, ловить. Там ШБ ни у кого нет, чтобы, ну, знаешь, на голову как-то прыгать. Блинки есть только у Санкинга, да и у тролля. Но Тинкер... В общем-то, если на линии выходит, как я понимаю, он там сильно-то не лезет. Слушай, без интересных артефактов. Смотри, у Худвинки аж глейпнир уже. Клево, мне нравится. Тут очень хороший контроль. Полетели, кстати, смоки от Лолей. Будут выходить на двойку. Там никого нет, конечно, но, наверное, можно и дальше зайти в лес противника. Давай посмотрим. Первым идет пуч. Кио. Такой, знаешь, арьер-авангард команды. Полетел на хосте. Ну, там все уже догадались. Все уже обо всем догадались. И смоки разревелились. На вингу нападать никто не будет. Глупая цель. Но вот... Что дальше-то? Занять лес противника и ждать, что он сам придет твои силки, что ли? Там Тинкер, который постоянно наводит какую-то суету на других линиях. Это тоже неприятно. То есть сейчас две линии запушены. Им нужно снова расходиться. Да, вот пуш делает ТП. Тролль уходит на верхнюю линию. И в итоге три человека в лесу. Просто его зафармят и... уйдут оттуда. У Тинкера, кстати, появляется Хекс, и уже давно есть Аганим. Теперь, на самом деле, этот персонаж способен, ну, того же
тролля, ну, очень мощно вырубать. Что тут драться-то не сможет. Так, вот и реализация Хекса. Прыгнули на Вингу, Винга очень быстро умирает. Верк прыгает тут же на Кунку, но это саппорт, и лопнули они быстро. Да. Даже добавить нечего. Ну, как я и говорил, то есть растянули команду, зачем-то остались саппорты в лесу, что они там искали, непонятно. Ну, вроде один смог нажали, никого не нашли, ладно, давайте пофарм. Две минуты на Эгис, наверное, что-то надо все-таки сделать. Ладно, еще пуш ушел. На блинке уходит пуш. Там прям секунда была бы еще, и все. Сейчас выйдут саппорты, надо нажимать второй смог без вариантов, потому что иначе Эгис точно не будет реализован. У Егисы 2 минуты остается таймер. Кстати, как ты и говорил, тролль будет собирать сатаник. Ну, в целом, логично, наверное, для него артефакт. Пудж будет тарить дальше Аганим. У Верочки после МКБ Дейдлс. Отлично. Это будет прям атакует. Уже очень страшно не только для саппортов, но и тролль с Пуджом могут лопаться просто за 3-4 секунды фокус-файра. Да, я вспомнил. Я с Тредрипером комментировал одну из игр. Это точно было. Как раз таки он тогда давал свои комментарии по поводу своей VR. Вот. У него больше 1000 игр, если не ошибаюсь, на ней. И... То есть он всякие закупы пробовал, в итоге остановился на том, который собирает сейчас. Ну, выглядит пока очень эффективно. В смысле, да, ты вначале собираешь Maelstrom, без которого, ну, наверное, вообще ни одна VR сейчас не собирается. БКБ дальше, чтобы как можно раньше драться. Ну, Monkey King Bar логично, да, это как бы артефакт, который позволяет, чем чаще ты бьешь, тем больше ты урон наносишь. А, Дейдлос, полирнуть там можно, на самом деле, по ситуации, наверное. 5000 перевеса, немного ушить карго-шип, но этого достаточно для того, чтобы они, в общем-то, раз за разом выигрывали драки. Аегис как будто все-таки уже заканчивается, да, там 30 секунд, никто не нажимает смоки. Никто не нажимает смоки, вот кажется, до этой секунды. Будут же, ну... Ребят, ну вы же не просто так здесь, правильно? Нет, они, мне наверное, кажется, не просто так. Если всё, получится как-то зафокусить тролля, ну или просто, чтобы он не пришел в драку, ВРК, то слушай, это будет страшно, страшно, ВРК, ладно, успела отойти. Там просто, рассмотри, растянутый шитикарго-шип, ВРК, кажется, не чувствует, она этого не чувствует, боже мой, ВРК, нет! Ух, Слардуар, какой отличный контр-врыв! Но там на самом деле ее свапнули. И вот это плохо. Минус ВРК, минус Лардар. Прилетает Тинкер, но он один, к сожалению, без но команды. Очень много урона сносит. Ну, много-то много, но Худвинг что ли им поможет? Худвинг, конечно, дал ульту, классно, минус Винга, но тут минус 2 кора. У Шитикарго шип. Я чё-то не понял, почему вообще у Лолей получился этот смог, потому что он был такой странный, наивный и не по таймингу, что прям странно становится. Тинкер испугался, не захотел здесь принимать снизу СК. Возможно, это правильно даже было сделано, чтобы не было лишних телепортов под сейва. Но с Хиксом мог вполне забирать СК. В смысле, ты имеешь в виду, там была какая-то ситуация, где в соло один на один? Да, да, он сейчас не сдавал ТП СК, отдефовать большую пачку крипов, а Тинкер сидел в кустах буквально около этой пачки. Свежее мясо! Так... Что там опять происходит? Нет, это показалось. Это Пудж опять крипов жрет. Обожаю, когда звуки Пуджа, они на всю карту. Пожирание крипа. Важная птица во дворца. Окей, Аегиса нет. До следующего Рошана еще 2 минуты. Сатаник дофармливается через вот какие-то 400 голды. Уже полетели тир 4 артефакты. Мангуст пока контестит этого Рошана. Но тут правда рановато. И вот они, смоки от дайров. Прекрасно. Кажется, они уже нафармили все, что надо. До Дейдлса, конечно, чуть-чуть не хватает, но мало ли, может быть, тоже подумали, что Рошан какой-то. Может быть. Дазл, Витвингу. Глипир. Нет, не уходит никуда, никто за нее даже впрягаться не будет здесь. Ну и неужели это все? Да, видимо, в этом моменте они закончат. Я так тебе могу сказать. Нас коллектив на этой карте, что один, что второй, не хочет предпринимать какие-то кардинальные позиции. Я считаю, Шити, Карго, Шип, они
могут, но не хотят. Они не хотят, потому что они понимают, что это может стать их последней игрой на турнире, поэтому глупо наглеть никто не собирается. Тем временем всех словит Пуджа внизу Тинкер, и Пуджа забирают. Да, то есть Шити Каргаши понимаешь, что им нужно сыграть максимально уверенно, чтобы не допустить ошибки никакой и забрать все-таки ничью в этой серии и выйти в финальный матч. Вот. А Лоли начинали карту в небольшом все равно, ну, в позиции догоняющего, и поэтому не могут найти момента, чтобы как-то синициировать в столь мобильный пик команды Сил Тьмы. Санкин, как я понимаю, задержался здесь просто так, ему надо текать в городу. Функи тоже. Пуджа нет, 40 секунд, неужели нападут? Выглядит так, полетел корабль. Нашли, тем временем Кункевича. Тинкер на него начинает выдавать фокус, но... Не зря сидел Санкин. Но все-таки зря, да. Да, 70 секунд теперь не будет парня. Но идея была крутая. Я не знаю, ну а зачем без Пуджа? Или они уже вообще в него не верят? Там суть в том, что Тинкер прыгает в кусты прям около СК, и СК дает мне подкоп, пульту, и вот если бы не союзники вокруг Тинкера, то даже, возможно, был бы фраг. Было видно, но... что все рядом, то есть это была бы полномасштабная драка. Как-то странно, они в этой полномасштабной драке хотели участвовать без мидера. Да, в общем-то, Шити Карго Шип довольны, сейчас крипчиков подведут, Т2, наверное, можно будет запушить, неужели будут отходить? Да, отходят. Фармить лес противника. Ну а контратаковать пока лолям точно не надо. То, что он входит, прыв по двоим от Слардара, в итоге убивает. Контроль дерется. Минус 3. И, к сожалению, под крестом убить никому не удается, а вот его фокусы прекрасно. Верка, и неужели даже выживет этот Слардар? Да, выживет, так, я тебе говорю, раскайсили просто. Врывается пуш, но даже пуш здесь ничего же сделать не может и умирает. На Крополях выиграли драку без потерь. То есть классная игра Дазла, который засейвил Слардара. И вот он первый файт, который, по сути, наконец-таки у нас определяет вектор игры. Все, Шити Карго теперь, я думаю, набрали уже критическую массу для того, чтобы начинать диктовать свои правила. Так, знаешь, у них интересный отход от Т2 произошел, что противник чуть-чуть растянулся и напали на него еще раз. Тут уже в этот раз и наказывают Санкинга, который единственный вышел из таверны, когда его команда мертва. В сторону сейчас никто не помешает здесь нести, и выглядит так, что... 40-й минуте, наконец-таки, команду ой-ой-ой. А там их сейчас патрон начнут гнать. Вот надо было, да, тянуть, ждать, чтобы, в общем-то, потом уже просто начать смеяться над противником, над фонтаном. А, жесть. Не, ну они на самом деле даже не тянули, потому что если бы они чуть раньше пошли, возможно, драки-то были бы и на равных условиях. А тут они дождались своих ключевых айтемов и сейчас уверенно забирают в сторону. И да, и преимущество сильное на этой карте. То есть буквально за пару минут уже 17 тысяч имеется, когда этого было буквально 3-4 в течение всей игры. Отлично. И Рошан. И Рошан. Ну, я думаю, на третьей надо банить ВР-ку. Странно. Я бы подумал о Тинкере даже, на самом деле. Да, Тинкер. Ну, я не знаю, заготовка это или нет. Может, просто Пуджа не надо против него пикать? Дазла поймал, Дазла поймал пуш, в итоге крест не будет сдан. Сейчас не отпустит роля, мне почему-то кажется. У него БКБ закончится, и на парня прыгают. Да, как красиво от Слардара начинает раздавать Тинкера под БКБ. И все держит роля Тинкер. Это минус тролль без байбека, это минус пуш с байбеком, но к черту его. И просто-таки сейчас вся команда тут у нас лоли закончится на этой карте. Не пикайте, ребят. Пуджа в мид. Не пикайте. А, окей. 47-16. Молодцы, Шити Карго. Молодцы. Еще бы так на первой карте, но там чуть-чуть чего-то не хватило. Ты знаешь, вот правда, я просто хочу сказать, что по итогу, наверное, стали заложниками своего пика Лоли. Ну, только и всего. Да, на удивление я говорил, что пик мне нравится у Лоли побольше, но в итоге оказалось совсем не так. Ну, мы с тобой не профессиональные аналитики. То, что изначально выглядит прикольно, по итогу может оказаться не очень. И конкретно, кажется, потом всплыли вот эти... Всплыли, ну, это, конечно,
куда без этого. Если так посмотреть, то, конечно, шансов здесь вообще не видно совсем по счету, по цифрам. Команда Shitty Cargo Ship уверенно шла на второй карте к своей победе и, в общем-то, ее и заработала. Будем уходить на музыкальную паузу. Опять же, также 5-7 минут. Увидимся с вами в начале третьей. Ну и, собственно, вы, главное, никуда не переключайтесь. Nothing on. Leave a mark behind so that I'll always be.
Третья и решающая карта начинается прямо сейчас. Лоли против Шити Карго Шип. Мы возвращаемся для вас в эфир. Счет у нас 1-1. Лоли выиграли на первый, Шити Карго Шип уверенно выиграли на второй. Ну и какие у нас ожидания от третьей? Вась, поделись. Я жду зарубы. Я жду зарубы нереальные. Появляется Клоквик на первый пик от команды Лоли. Клокверка от них мы уже видели. По проверенным позициям, да. Мне прям Клокверк очень понравился со своими когами. Он столько раз ломал атаку. Он столько раз позволял, в общем-то, осталось просто все секунд. Планы Шити Карго Шип порушить. И, знаешь, он в лейте постоянно вместе с Линой в тандеме работал. От нее залетает стан и туда же на еще дополнительные 3 секунды залетает Клокверка, чего там тот же Джиггернаут в ключевой момент и отвалился. Да, все было так. Вот. Посмотрим. В банах у нас Худвинг, Вайпер, Даунбрейкер и Андайинг. Постоянно Вайпера... Ожидаем... Постоянно Вайпера от них вижу. В смысле, это что? Что-то прям сейчас супер метовое? Почему? Ну, просто неприятный герой. Который портит начало игры,
Вот, и которую нужно пережить. Если это получается, то круто. То есть нужно как-то строить свой пик вокруг того, что ты дальше сможешь камбэкнуть, либо что-то сделать этому вайперу. Но линию против него стоять просто почти что нереально. Ну вот, ВР-ка, что интересно, не банится. Шити карго шип в целом боятся тех же персонажей на первой карте. Заново залетает Слардар, который сделал просто много невероятного контроля на второй. Джакира, ну просто статовый саппортик от Дазла, пока решили отказаться. Может быть, захотели персонажа, у которого будет чуть больше урона. Ну и Джакира не только статовый, он еще может выдать очень неплохой урон и контроль. Что немаловажно. Осталось 5 секунд. Ну, более дальнобойно, чем свинки Дазла, да, и за бесплатно. Окей. Я не знаю, мне интересно, вокруг каких коров Лоли сейчас будут строить свою игру, потому что, очевидно, Пудж с троллем в прошлой, ну, не совсем себя оправдали. Тот же тролль, я не знаю, часто его проблема была даже не только очередь в том, что сил света запрещать он кайтился, а просто банально в том, что, в общем-то, он не переживал прокаст оппонента. Я не знаю, вот сатаник это, конечно, здорово, но сатаник это только когда ты бьешь, а вот когда ты не бьешь, как-то очередь не подерешься. Сил света запрещать очередь героя. Сил тьмы запрещать героя. Да, все верно. На троллю не хватает, чтобы ему дали бить в его ульте. Тогда герой, на мой взгляд, заиграет. Залетает снайпер у нас в бан. Ну да, мы помним снайпера от Лолей. Хорошо, верно. Осталось 10 секунд. Я не знаю, тут на самом деле полный карт-бланш между игроками. Я напомню, мы вот обсуждали это на первой карте. У нас в целом Лоли — это команда, которая прошла по Венерам весь турнир. В финале верхней сетки проиграла Фениксом, которые сейчас ждут в гранд-финале и играют сейчас за попытку второй раз попасть к ним. Они, в общем-то, у нас, насколько я понимаю, все-таки считаются победителями и прошлого года. Осталось а вот Шити Карго Шип, это, я не знаю, новички ли, вот... Осталось 5 секунд. И ты вот понимал, кажется, архивы, новички. Были ли они кажется, там? Кажется, новички, году. Потому что когда в чатах мы, у нас были некоторые обсуждения, кажется, Шити Карго писали, героя. Что первый год заявляется на БКИ. Ну и, учитывая, что они как минимум третье место, это очень успешно. Вот их, тот самый Джиггернаут, который на самом деле чуть ли не в соло вывозил первую игру. Супер эффективно. Бить в крутилки, бить осталось вне крутилки. Через Omni Slash убивать половину команды, это дорогого стоит. Осталось 5 секунд. Смотри, попадают в бан от команды Лоли Тинкер, ВР-ка и Дроу Рейнджер. Дроу Рейнджер и ВР-ка — это сигнатуры... Да, подожди. Сигнатурочки. Я с подписями почему-то не перемкнула. Саня, сори. Да, сигны Тредрипера, и они обе в бане. Ну, ВР-ку-то как минимум, да, мы с Тинкером видели на прошлой карте, это было сочно. Дровка. Очередь ну, сил хорошо. Света выбирать героя. Так, Пангольер. Блин, не нравится мне героя. Это. Ух, Квапа. Квапа, та самая Квапа, которая на самом деле очень плохо от себя продемонстрировала на первой карте от Шити, сейчас забирается же Лолями. Интересно, в пуле, конечно, не было Лины, но Квапа окей. Шити Карго Шип берут Рубика, надеюсь, не в мид. Да, я только сижу, придумываю, хоть бы не в мид, пожалуйста. Ну, вроде как все вырисовывается. У нас есть Рубик Джакира, 4-5 позиция. Осталось 5 секунд. Нет абсолютно никаких причин забирать саппорта на ласт пик. Давайте возьмем туда мидера. Лоли мидера своего уже открыли. Оставили, как я понимаю, не закрытый только позицию кор персонажа. Ну и хорошо, у нас еще в целом достаточно дополнительного очередь времени. Сил тьмы запрещать героя. Баг-пак. С другой стороны, я не знаю, Шити Карго Шип, кого бы убрать с Ларка. Ну, Лолям тут, наверное, не захочется видеть... А я не знаю, кого, потому что мы же даже не знаем первую позицию Лолей. Может быть, там может быть абсолютно все, что угодно. Что очередь у нас сейчас в мете актуально? Запрещать героя. Попадает в бан от них. Ну, Темпларку я видел, берут на кор позицию даже. Да, ну... Странновато, да. Как по мне. Слишком уж она таргетный персонаж. Часто, осталось 10 собственно, секунд. Главная сила единички первой позиции именно в том, что ты можешь героя. Один сражаться со всей командой. Темпларк с этим есть
большая беда. Ну, собственно, вот он полетел последний пик от лолей. Тут, правда, задача взять какого-то кора, который способен, как минимум, с Джиггернаутом на равных драться, переживать его. Я вот здесь Monkey King, на самом деле, рассмотрел к пику. Осталось 5 секунд. Для лоли. Ну, почему бы нет? Я не знаю, персонажи по типу свинов каких-нибудь условных в рейскингов сейчас не идут, да, у нас не котируются. Со свином не знаю, я видел, что его брали, но в целом очень редко он появляется. Вот, может быть, конечно, ему что-то вернули в новом патче, но как персонаж он просто-напросто не успевал по темпу, кажется. Вот. В Райскинг, может быть, но не уверен, что на ВК хочется играть против Стардара и Джиггернаута, потому что Джиггернаут тебя просто-напросто перебивает, а Стардар у тебя забревает всю броню, которая у тебя и так немного базовой. Просто я пытаюсь понять, что будет жить после Омнислэша Джиггернаут, и хочу увидеть каких-то плотных персонажей, какой-то Chaos Knight бы мне здесь вообще выгляделся еще и таким идеальным. Но всегда, наверное, в командах, которые в целом состоят из участников матров, мы отталкиваемся от внутреннего пула. Фантомка. Я про фантомку сидел сейчас, думал, как раз таки, брать ее или не брать. Потому что хотелось персонажа, вот ты сказал про тот, который может пережить у Джиггернаута Омнислэш. Как раз таки фантомка за счет своего третьего скилла это может сделать. Но фантомка... У меня по ней есть сомнения. Потому что тот же Джиггернаут, это очень много своей осталось базовой брони, криты могут работать не так хорошо. Джакира плотный герой, легко его вырубить не получится. Теперь вы можете и закрывают Зевсом. Героев. Вот на Зевсе, ой, на Фантомке против Зевса, кажется, сыграть вообще очень-очень неприятно. Да, тут магического урона очень много получится отшить карго шип, еще учитывая, что Рубик есть со своей пассивкой. Ты знаешь, я согласен, мне выбор Фантомки тоже здесь не понравился. Мне не нравится здесь ни Квапа, ни Пангалер. Мне вообще, честно говоря, не нравятся все три персонажа коровых у лолей. И я... Опять же, мы там не претендуем на какую-то с тобой, наверное, истину в последней инстанции, потому что, я уверен, каждый игрок из этой команды, ну, по крайней мере, лучше меня играет, это точно. Но чисто вот так вот, на мой любительский вкус, у Шити Карго Шип сейчас пик намного вкуснее и сочнее. Ты что думаешь? Да, я согласен. И по поводу Фантомки, я сегодня, кажется, как раз-таки такое видел в финале квалификации. Сейчас я хочу поднять пики, которые там были сделаны, и убедиться, что память меня не обманывает. Ну окей, а мы отправляемся в третью решающую карту на сегодня. Это будет заключительная, друзья. Мы после этой карты, в общем-то, спокойно идем с вами. Кто спать, кто ужинать. Приготовьтесь к битве. Сам финал, честно говоря, я думаю, не заставит себя после этого ждать. Команда Феникс ждет того, кто к ней отправится на ресталище для сражения в самом финале. Давай еще раз по ролям. Саша много более. Это пятая позиция Рубик. Джакира четверка. У нас от Деда Потрего, Фёдрипер, наш Гернау, теперь оппозиция, Чупа, Мид, Зевс и Слардар, третья позиция, тот самый Блейн. Да, за сил света у нас играет Кио на Queen of Pain, на второй позиции, ну, на первой позиции Кор команды Лоли будет играть Креп для ухода из семьи на Фантомке, третья позиция Пангольер, Барсик, Cute Cat, пятая позиция Дизраптор и Мангуст. И четвертая позиция Фен на Клокверке. 30 секунд до начала сражения. Видим, что делается смок от команды Шити Карго Шип. Заходят они в двойку соперника, но вряд ли здесь кого-то найдут. Хотя сзади есть Клок. И, возможно, сейчас будет драка на верхней руне. А может быть и на Пангольера. Вот там будет задувка, да. Пангольер, кажется, не уйдет. Полетело замедление. Он даже еще немножечко затормозил. Ну, если смеш бакал, он уходит спокойно. Хотя Рубик поднимает. Есть краш, и нет, все-таки Пангольер слишком тонкий на первом уровне. В общем-то, в этот раз они даже немного и потеряли за свою ФБ, потому что две руны богатства все-таки достаются им. И та стратегия, которой они хотели прибегнуть на первой карте, наконец-то дала свои плоды. Ладно, ребята растепешиваются, Пангольеру тоже приходится тэпнуться. Все, пошли смотреть на лайнинг. Да, хочу заметить, что во всех трех картах ФБ было за команду Шити Карго Шип. То есть в прошлой игре они сделали это на Кунке, тоже во время драки на руне верхней. В этой игре так, и в первой игре это была драка в размен на 4 руны сопернику.
Драться вот. Эти ребята умеют, мне это нравится. Кстати, память меня все-таки не обманывает, потому что я же говорю, что где-то уже видел пик фантомки в Зевса сегодня. И это была третья карта Virtus Pro Bitboom. Берут на предпоследний пик Рамзесу фантомку, про которую аналитики говорят, что она здесь будет не к месту. И после этого ее закрывают Зевсом. Поэтому посмотрим, что будет на этой карте. Посмотрим. Это сейчас у нас фантомки, насколько я понимаю, они в целом БФ игнорируют. Это всегда там условно дезолятор, БКБ, я правильно понимаю? Зачастую, да. Ну только если у тебя прям не какой-то мега-супер старт, где тебе фрифарм дают. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. И то на любителя. Вообще, фантомка, я не знаю, насколько она в мете. Очень ситуативно. Ну, я, ты знаешь, вот как я и рассказывал, играю сейчас только с друзьями, у меня есть один друг, который считает, в общем, что у него есть тоже друг, который очень эксперт, и каждый раз он доказывает, что фантомка сейчас это супер вообще невероятно крутой сильный персонаж, но я что-то ему не верю. Окей, у нас на топе. Пока ситуация с крутилкой Джиггернаута не выливает с ФБ, мне вообще всегда очень интересно наблюдать за Джиггернаутом с крутилкой на старте, потому что это один из сильнейших спулов в целом в игре на первом уровне, и ФБ на нем только так залетает. На центре у нас пока Зевс отлично стоит против Квапы, немножечко ее перекэсывает, и по ботлу у него тоже дела лучше, ботл уже на руках. А внизу Фантом Ассасин, в общем-то, фармит пока никто не мешает, а вот тут с Мангустом очень сильные размены, и кажется, все-таки Дизраптор не уйдет, да, это Билл, а Free Fire. Прекрасно. Спасся. Ой, еще один. Подожди-ка, нет. Хотели поймать на клинок фантомки плюс фантом страйк, но не хватило рейнджа. Не попал за статик филдом. А, кинетик филдом, прошу прощения. Дизраптор. Хорошо. Пока так достаточно у нас спокойно и пассивно начинается начальная стадия. Но... Все-таки добирают дизраптора. Надо быть настороже. Да. Далековато, как я понимаю, зашел. Тут Лордар все-таки его поймал под баш. Да нет, он был под своей, ну, в лесу, под своей башней, по сути. Но, да, не хватило немножко. Фантомка, ну, она просто... Сейчас мета мне, на мой взгляд, быстро идет. Так, тем временем идет какая-то атака на Лордара под клинок, под закрывашку. И его здесь, возможно, даже соберу. Да, фантомка получает килл. Вот, фантомка... ей надо много, чтобы начать драться хорошо. Вот я про что говорю. Ну что ж. Пока ей это много дают. Для нее, кажется, это уже второй фраг. Великолепно. И орехи, да, не доколупаются. Буквально 10 хп хватило. Ну а, собственно, ульты Зевса еще пока нет. Нельзя. То есть, условно, тот же Джаггер может подсоединиться к драке с помощью крутилки, с помощью Омнислэша на более ранних уровнях. А фантомке нужно, ну, дизоль БКБ, чтобы так, хоть как-то жить. Смотри, при этом у нет своей... сражение Клопы и Зевса, и кажется, здесь Зевс должен выигрывать, хотя там, конечно, всеми силами Клопа отрегенивается, но нет. Человек предполагает, я располагаю. Получается сделать фил на Рубике сверху. Да, залетели очень далеко. Потом Гальера с Клоперком было включение, все-таки батарейки в двоечку прокачанные не прощают. 3-3. Достаточно активно. Все-таки мы ускорились. Только я подумал, что команды захотят побить крипчиков, но нет. Тут третья карта. Тут накал страстей полностью. Каждую секунду. Снизу будет умирать. Папа, и главное, она потратила... Блин, а зачем? Будет умирать, надеюсь. А, тут Клоквер был. Я прошу прощения, не обратил внимания. Смотри, они хотели напасть, но не ожидали, что придет так Рубик быстро. И странно, Клоквер так немножко потормозил, как будто бы, когда приходил на поддержку. Внизу еще тем временем звать Дизраптора. Зашли по Т1, ух, да мы разгоняемся. А у нас получалось, что ты сейчас смотрел на мид, а я пытался говорить про бот. Ну они постоянно везде все устроят, конечно. Да. Никаких вариантов. Центральную башню сил света атакуют. Динамично начинают третью карту обе команды. Уже 8 фрагов на 5-й минуте имеем. Ну, фактически какого-то большого перевеса, наверное, пока еще нет. Хотя вот тут... графики все-таки показывают, да, что все-таки даже 1,000 имеется для команды Dire. Прекрасно, Шити Карга.
Вы знаете, наверное, что делаете. По крипам, кстати, тоже очень ровная ситуация выглядит. То есть у всех коров больше 20 добито. Классно, классно. Команды собрались, команды разыгрались. И я думаю, эта карта будет очень-очень интересная и увлекательная для зрителей. Зрители у нас все ближе к вечеру меньше остается. У нас на первой карте было по 20 человек. Сейчас десятка только осталась. В ЕКБ уже поздно, насколько я понимаю, под 11, да, без 20, 11. Завтра на работу. Да, этот финал мы в нижней сетке проводим с вами не в выходной день. Но, кто знает, наверное, сам финал будет уже выходной внизу. Падение было на Мангуста, но отбились, и башечка начинает сражаться, горит. Ну, слушай, у нее достаточно, наверное, такое, чтобы здесь подраться, а вот зря дизраптор не отошел. Минус дизраптор, и ПА надо отбегать. Там в чате нам пишет Куотецу про то, что я говорил про Свена. Я могу, конечно, ошибаться. То есть, я знаю, что на Свене играет Итора, но больше я как-то его не видел даже на просцене. Вот. Ну и тоже, этого персонажа нужно много, чтобы залететь в драку. То есть, нужно БКБ, нужно Сабля, нужен Блинк, либо Аганим. Кажется, тоже не с ними все так тривиально получается. Я, конечно, могу ошибаться, потому что я сам на Свене не игрок от слова совсем. Ну, в целом мы здесь не претендуем на истину, мы просто хотим весело провести время с коллегами. Ух, супернал попадение на топе, очень далеко заходит Клакверк, кучу орех получает от своего противника. Коги просто бежать, но тут Рубик! Рубик ниоткуда не отпускал, ульта Дивса полетела. Чтобы чуть-чуть урона, блин, как же спасать. Нет, одна отличка просто не хватает. Ну, рейндропы спасли жизнь парня, абсолютно. Ставится хилинвард джиггернаутом. Давай переключимся на нетворс и посмотрим, что у нас там. 3-4 стрима. Подожди, снизу у нас идет атака на Слардара. Закрывают его кинетик филд. Возвращает Слардара... Ой-ой-ой, он сейчас на развороте еще и, боже мой, он забрал пашку, которая нападала на него и сам ушел. Вот это неприятный момент. На стиках выиграл. Переиграл, уничтожил, выходит. Слушай, ну вообще красота. И он топовый нетворс на пару с Зевсом. Команда Шити, Карго, Шип в целом из топ-4, 3 топовых нетворса. Очень сильно отстает Пангольер, очень сильно отстает Кио от своего, собственно, Визави на миду. И да, тут прям надо что-то делать. Да, почти на уровень обгоняет Квапу Зевс. То есть Квапа только апнула 7, у Зевса он почти уже 8. Ракета прямо по курсу! И 2000 перефарма для Шити Карго Шип. Окей, в общем-то, Зевс у нас... Ой, Джиггернаут, говорю, у нас пока идет в классический запак с молниями. Зевс, пока мы видим арканцов, дальше посмотрим, не знаю, там линза, что-то подобное. У Слардара будет и фастблинк, да, у него будет фастблинк. Смотри, до блинка осталось всего лишь 800 голды. Есть ПТшечка и сразу понимание, что потом нужен этот артефакт у Queen of Pain. Пока попытка просто ПТ собрать, там уж посмотрим. Ну а пангольеры... Нельзя. Я не знаю, тут тоже молнии, по всей видимости. Так, снова выход на Слардара. Надеюсь, они должны его забирать. Под скрим. Да. Забавно, что нет Соника у Папы. Не стал он его качать, решил взять на 8. Ну, как-то да, мановат. Мало маны, наверное, решил. Поэтому пока оставил. Ух, Джиггернаут, конечно, больно от свежбакла. Но ничего здесь с этим не делать. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Просит своего тиммейта прорубить ему путь. Джаггер успешно это делает. Летит ракета куда-то вниз. И нет, мид. Она направлялась. Так, она застанет, Соник ее сейчас. Там половина хп была у парня. И, в общем-то, да, когда у тебя игра идет неплохо, ты можешь позволить себе наконец-то качать Screen of Pain в четверочку. И топовый нетворс теперь Квапа. Прошло буквально пару минут. И команда Лоли отбивает свой фарм в том, чем она недавно отставала. Она уже, в общем-то, преуспевает. Да, то есть этот выход на Слардара снизу помог. Плюс
килл, соло килл и на миду. Дал хорошее преимущество, и игра выравнивается к 10 минуте. Интересно, будет ли Джиггернаут как-то свой ультимейт реализовывать. Сейчас, может быть, сам нападет на оппонента, может быть, перетянет Зевса. Тут мы, понимаешь, просто сталкиваемся с тем, что да, Квапа уже может подключаться к своей команде и, в общем-то, что-то делать, а вот Зевсу нужно пофармить, он пока лес бегает. Ну и, кстати, на лесе снова нападение с помощью Квапа из Вардара. Кажется, пора перестать выходить ему так агрессивно. Квапа включается на все 100%, она агрессивный лидер, она себе это может позволить. Зевс, ждем тебя. Да, был очень хороший старт у Тардара, и сейчас в итоге 2 килла на нем сделали. Подпросел, Блинк немножко откладывается. Нужно что-то ему придумывать на этой карте. Да, Блинк сильно откладывается. Наверное, если бы не погиб, он у него уже мог быть. И, на самом деле, с этого момента Шити Каргаши могли бы уже начинать выходить. Но пока берем еще небольшую паузу на фарм всех этих артефактов. Джакира почему-то очень сильно секьюрит Джиггернаут и не хочет его ставить фрифармить на соло XP. То есть мы видим, что... Наверное, чтобы с ним произошло то же, что и с Лордаром. Ну, Лордар, кстати, сейчас забирает снизу килл на Дизрапторе. Вот, но на самом деле с ним такого случится вряд ли, потому что есть все-таки крутилка, и Джага может спокойно уйти и в лес к себе. Происходит, теперь Квапу забрали. Да, мы пока с тобой на топ отвлекаемся, там постоянно какая-то движуха. В этот раз вообще я не понимаю, как умерла Квапа. Возможно, она сама первая напала на Зевса и потратила блин. А куда-то потерялся у нас, Omni Slash? Да, Omni Slash нет, а вот урона тоже нет вместе с тем. Вроде украл, конечно, ульту Панги. Здорово тут катают два шарика, и может быть даже сейчас и не выживет после этого Джекирос. Джекирос отваливается, забирают Пахлерка в ответ, но тут подходит Рубик. Ух, какой мощный болт, и Зевс тут же накрывает еще и верхний. Минус 3 в этом замесе. Ну-ка, итоги и минус 4 стварна в карте. Нижнюю башню сил света атакуют. Только Лоли начали поднимать голову, но Шити тут же их накрывают сверху. Здорово. Слушай, а Фантом Ассасин и правда будет собирать Battle Fury, посмотри, то есть это более жадная силы пашка. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ну, видимо, человек старой закалки. Классика, я не знаю, думаю, что мне все хорошо. Слушай, а вот сейчас, то есть, кажется, будет 16-17. Стан пошел, и будет ли... А, не пульты у Джекира, но все равно слишком много урона магического, при том, плюс снятие брони и... Ой, Клинка, вот, хотя уже появляется Фантара. Вот Квапа, и на самом деле, наверное, надо бросать с Лордара, я не верю, что он выживет. Даже Джекирос это тоже понимает. Понимает, Джекирос понимает, а... Нет, Джекирос слишком поздно это понял. А, ну тут Рубик еще тянулся. Рубик это, конечно, здорово, но сейчас, кажется, и Рубика могут забрать. Квапа-то может дальше пойти, у него есть достаточно маны. Ай-яй-яй-яй-яй, да тут же ульта Панги была. Уже какой страшный парень. Все, укатывайся, укатывайся. Нет. Он сейчас хочет с болта еще кого-нибудь забрать. Да ну. Нет, нет, в итоге умирает, да. В этом. Прям совсем заиграл. Там гейминг какой-то. Надо было бросать Лордар и всем уходить. Но нет. Решили, что надо драться. Брат за брата. Да, и только вот сейчас начинает появляться уровень у Джиггернаута, то есть только когда его оставили одного. На 15 минуте даже уже. 9 уровень. Хотелось бы чуть побольше иметь. Находят Дизраптора в его же лесу. Как я и говорю, как только у нас с Лордара появляется блин, очень активная игра начинается уже от команды Шити Карго Шип. Зев всегда где-то на второй линии готов помочь. Собирает себе тем временем материал. Джаггеру они выделяют достаточно времени для того, чтобы нафармил молнию и следующий какой-то там по его выбору артефакт. Ну и Т1 над внизу на боте начинает атакуют. Ну вот, как я и говорил, то есть, что у Фантомки сейчас? У него через 800 голды только будет БФ. То есть это будет БФ на 17 примерно. Нижняя башня сил света разрушена. После него ей нужно БКБ 100%, потому что в драке иначе она жить не будет. Там станы, Джакира, там Слардар, там Зев с миллионом дэмэджа магического. То есть Фантомка сможет подключиться к игре только где-то минуте на 23-24, если у нее появится тайминговое БКБ.
Нет, вру, на 21-й. Как бы за это время не было критично для команды Лоли, чтобы их не задушили по всей карте. Потому что очень активное действие мы видим от команды Шидикаргашип под блинк Слардара, под Зевса. Вот. Ну да, зашли в лес, выгнали всех. Пушили Т1 на боте, сейчас перейдут к миду. А Джиггернаут подтянется, я думаю, в критический момент тоже. Ему как будто бы что-то там должно улететь, не зря у него сердечная торса. Ну, а Квапа к тому моменту обросла таки Вичблейдом. И, наверное, одной деталькой БКБ при желании. Пангольер молнии дособрал, дальше Атос и в Глейтнир будет выходить. Надо выигрывать как-то время для ПАшки. Потом Фьюри... Тьмы атакуют. Ну, не знаю, тайминг ВБФ к 21 минуте. Ой, вернее, БКБ к 21 минуте. Тут еще БФ не дособран. Что-то, мне кажется, не будет он очень тайминговым. Ну, тайминги по ПКБ, я думаю, будут здесь 22-23, на самом деле, если она не будет умирать. С БФ все-таки должно побыстрее фарм пойти. Ну, есть это ключевое если, а тут посмотри, лес Radiant пока так нагло Джеки Рос фармит. И, я не знаю, смоки какие-то сейчас точно не будут делать Лоли. Им надо какую-то компенсацию через кнопку и саппортов провести. Найти какого-то отсоединившегося персонажа, может быть, даже на Джакира, ой, на Джакира, на Джиггернаута выйти. Центральную башню сил тьмы но атакуют. Нет. Пока будут, наверное, пытаться лес свой отбивать. Центральная башня сил тьмы разрушена. У нас Этериал, насколько я понимаю, достаточно сильно переделан был, да, к определенному моменту? Ой, максимально был реворк этого предмета. Ага, то получаем есть... магический урон на 40... А, ну там, кстати, заходит. Слушай, попадает, ты напал. Слардар тут получает контрализацию. Ух, какой мощный свежбакл от Пангольера. И заультает, заультает скрим! Какой сочный! Да, Пангольер подконтроливает Зевса. И, в общем-то, тут без Джиггернаута не спастись. Ладно, убегает Зевс. Красно, Джиггернаут, я слышу Джиггернаута. Он, кажется, забрал дизраптора, у него есть ульта, надо бежать уже теперь все. В итоге 2 ТП аута и драка за командой сил света. Ну, разменяли тройку и саппорта, да, в дизраптора. Ну, чудом все ушли, на самом деле, остальные. Да, очень круто залетела ульта от Квапы. Очень много урона она выдала, и казалось, что она умрет, но в итоге не хватило. И Квапа выжила в этом моменте, плюс еще и нанесла много проблем команде сил тьмы. Центральную башню вот ты говорил, что, атакует. В общем-то, Джиггернаут более активный кор, который может начинать раньше включаться в команде. Но вот раньше это когда? Потому что у него уже есть молнии и фейзы, вот летит Яша. И вроде кажется, что сейчас оптимальное время, пока ПАшка, в общем-то, только-только дофармила БФ. Начать, ну вот, возможно, как раз оно сейчас и начнется. То есть у ПА пока что БФ, она хочет себе БКБ, а Джага хочет сейчас уже подраться. Как видишь, он уже снизу подключился к драке, сейчас он находится недалеко от команды, фармит и делает смог. Возможно, даже Джаггер подключится в этот файт, если будет удобно это сделать. Так, Клокверка пока не видно. Нижнюю башню сил тьмы разревелил. Джакира подходит под пуш Т1 на топе. Смог такой около... Ой-ой-ой, тут башечку сейчас найдут! Да, и кажется, здесь и не уйти, хотя есть, в общем-то, третья способность и блинк. Ага, вернули нагле все, но она все еще уходит, потому что там все стоят под ультой дизраптора. Отличная контрализация, и Болт все-таки залетел от Рубика. Боже, какая же интересная ситуация. Не стоило этого, на мой взгляд. Верхнюю, то есть они шли очень долго в своем смоке, в итоге их разревелили, и дается ТП от Дизраптора. Дизраптор очень классно сыграл в этом моменте, закрыл Зевса. Зевс в итоге ничего не смог сделать с уроном. Вот эти, ну и просто там уже забили всех, кого можно. Ну, я с тобой согласен, что со смоком затянули. В том плане, что... Конечно, если не получилось сразу, то заходить так глупо под Т2, наверное, было опасно. Ну и там не хватило буквально доли секунд контроля по БАшке, если бы она не ушла в
смог от третьей способности и не блинканулась на тиммейта, то она бы там и, собственно, осталась. Дальше может быть уже не сражаться. Жукса подгольер нападает, на самом деле зря. Наверное, минус Панга стерил не Мишути. Так, будет блинк от Попсы. Его вернули на блинк-сет. Пока кстати, даже откопы есть. Решил нажать просто, чтобы не добили в ответ. Ну и Чупа не уходит. Джиггернаут, как всегда, хватит свой лес. Ты знаешь, что-то... Нет, все-таки, я не знаю, не хватает мне Джаггера. Ты говорил, он более быстрый, но конкретно Фелдрикер почему-то с тобой не согласен. Он почему-то хочет дальше фармить. Под прошлый смог не было. Сейчас внизу команда дерется, его нет. Как сказать, от игры к игре, от исполнителя к исполнителю? Да. Но мы видели, что может делать этот Джиггернаут на первой карте в исполнении Фредрипера. Поэтому ожидаем. В целом-то у него нетворс есть, у него появляются артефакты. Поэтому игра до сих пор еще максимально равная. И мы можем заметить, что на 21 минуте у нас до сих пор разница в нетворсе 1000. Да нет, у нас игра, да, пока идет по равной. Пока и одна, и вторая команда, на самом деле, за исключением каких-то пары интересных соло-выходов, она не делает что-то кардинальное. У нас всегда остается Пашка и Джаггер, которые хотят только одного, это хотят фармить, а все остальные делают что-то, ну, в общем-то, спейсообразующее, что кардинально ситуацию на карте не перевешивает в одну или вторую сторону. Хотели догнать снизу Клокверка, но поняли, что это слишком далеко, Клокверк ушел, и догнать его смысла не будет. А снова можно увидеть Арчит на Клоке. Готовится. Это была не шутка. Это план. C-план. Ну, нет, почему? На самом деле, наверное, прикольно. Ты типа прыгаешь конкретно здесь на Зевса, на Джакира, запираешь Коги, они тебе ничего сделать не могут. Окей, почему нет? Глейпнир появляется у Панги. Кио уже обрел БКБ и дальше будет фармить Сашу Каю. Интересно. БКБ у Фантом Ассасин буквально через 1000. То есть, ну, где-то к минуте 24 уж точно будет. Слардар. БКБ, к сожалению, после блинка еще не получил. Слардар вообще очень сильно просел фарм после вот этих попыток ганга, которые пару раз не увенчались успехом. Ну и Джиггернаут почти дофармил. Ну или, можно сказать, уже дофармил манту, да, сейчас она ему придет. Я не знаю, но с появлением манты, может быть, будет какой-то тайминговый выход. Да, вот, смоки. Манта в курьере, рецепт на манту. Но снова Джаггер далековато. Вот, ребят, подождите его. И вот сейчас, и вот сейчас. Все, он готов. А он готов. Но они готовы. Сейчас будет уже неудачный, потому что команда Лоли тоже стакается на своей двойке. Видимо, тоже под смоки, чтобы дальше сделать выход. Ну и сложно делать такие глубокие заходы, когда стоит Т1 у соперника. То есть он в любой момент может прилететь. В любой момент вся команда будет уже в сборе, и вы можете оказаться не в самой выигрышной позиции. Да, как я и говорил, ответный смог происходит у команды Лоли. И они уже знают, где находятся их соперники, потому что смог был разревилен. Квапа первая. Но нет, там все тоже уже спрятались под Т2. Видят на крипах, что, в общем-то, тут кто-то есть. Джакира находит Дизраптора. Пошел в Липс, это очень странный. Просто Зевса отогнали. Телекинез не того, наверное. Все-таки будут прыгать из саппорта. Сбрили Дизраптора моментально. Но у Тыкио в БКБ. Дропира. Ох ты, какой отличный скрим оф пейнт. Троим Зевса просто задули в секунду. Там Пангольер этим самым помог. Фантом тоже прыгает и добивает Слардара. И приходит Джиггернаут. Уже как-то поздновато, друг, поздновато. Скомканная драка. Скомканная. Да, это, конечно, было очень странно. Я не знаю, опять же, мне не хватило Джиггернаута в первые минуты, в первые секунды этого замеса, потому что к тому моменту, когда он уже пришел, мидера не было. Не было его флейнера. Драка 2000 приносит команде Лоли и 4000 общего перевеса. Теперь для них. Теперь они будут эту игру танцевать. Все, я думаю, что Шитикарга потеряли свои тайминги. Да, появляется БКБ у Фантомки. 24-я минута. И 1000 голды есть сверху. Возможно, дальше будет выход Дизоль по классике. А может и в Башер. Так, там повторные смоки, но это, наверное, Дизраптор исключительно варды сходил проставить.
Силы тьмы используют. Блинк появляется у Бангальера. Обрастает, начинают дальше артефактами ребята из команды Шити Каргашип. О, вот он тот арчит. Отлично. Ну, как-то Слардару пофигу было, по большому счету. Краш он дал, больше ничего не надо. Сиди, бей с руки. Дизраптор на вардах погиб. А вард при этом не сняли. Очень хороший вард был. Понимает, куда нужно ставить. Против Зевса, тем более, который постоянно швыряет свои болты. И снимает вижен оппонента. Окей, как ты видишь развитие теперь этой игры? Потому что мне кажется, что теперь команда Лоли может свое удовольствие дать пофармить Пашке, которая сейчас определенно будет быстрее набирать, чем Джиггернаут. Вот у нее идет диффуза, следующим желаемым, ой, диффуза, дизолятор следующим желаемым артефактом. Условно, после дизолятора уже как будто выглядит, что она становится достаточно опасной, чтобы начинать ходить и драться. Это правда. Я на самом деле считаю, что здесь будет все решаться в мелочах. То есть будет какой-то файт хороший, в котором можно будет принять преимущество. Снова смоки. Давайте посмотрим. Первого, как всегда, выпускают дизраптор, хотя нет, Пашка начинает с ним конкурировать. Ну да, у нее есть 9-секундная БКБ, почему бы, собственно, не реализовать его. А на этих смоках, очевидно, команда Шити Каргашип ловит оппонента и отходит поглубже, уже начинает так бояться противника, но и сама нажимает смоки. Да, все дело в том, в общем-то, кто первый эту инициативу проведет. Отходит у нас Лоли от раунда оппонента. Окей, не получилось, просканили Рошана. Может быть, кстати, сейчас сами на Рошана выйдут, не будут дожидаться дизолятора. Ну а найдут ли сейчас Шити Карга, непонятно. Честно говоря, враг уже слишком далеко отошел. Очень много хотят смоков сделать, очень много хотят кого-то подловить, но тайминг действительно, как ты сказал, уже прошел, и нужно какие-то артефакты дофреймить, например, Слардару БКБ, чтобы его не так быстро убивали во время его врыва. Возможно, хищкор шмотки желательно иметь. У этих парней вообще смоки не заканчиваются, смотри, смок за смоком. Ну то есть, по сути, сейчас Слардар бегает уже минуты две, просто по карте с кем-то. А все это время команда Лоли фармит. При этом, смотри, нетворсы уже как вырвались вперед у этой команды. Ну да, у них Слардар 8000, в отличие от Панги, у которого 12, но они все-таки наши. А вот поймали. Наконец-то оправдался, но у нее было БКБ. Вот это так неприятно, боже ты мой. В итоге уходит даже. Что ж. Нужно как-то заходить территорию, потому что, как мы видим, внешних вышек у команды, вернее, Т1 башен у команды сил тьмы нету, а вот у команды сил света до сих пор стоит как на топе, так и в миду. И вот эта медовая башня очень-очень много дает пространства для команды Лоли. То есть сколько было смоков в нее уже разрушено вокруг нее, сколько драк было, не дает она покоя команде сил тьмы. Да ее могли на самом деле уже кучу лет назад спушить, когда ходили еще с Джакира пушить на старте, но почему-то второй раз попытку такую сделать не хотят. Ты прав, надо, наверное, дофармить Слардара. Я не знаю, Джиггернауту, вот до Мьёльнира-то, да вообще-то ничего не осталось, все, есть деньги на Мьёльнир. Зевс после Этериала обрастился БКБ, дальше Аганим. Интересно вообще, конечно, что Аганим, кстати, не один из приоритетных артефактов. Я что-то помню, что Нимбус это прям must have. Или как-то его зарезали, что ли? Нимбус must have, это однозначно. Ну, вроде даже не было его фиксов. Но, видимо, решил, что здесь будет попортить другие артефакты. Слушай, ну у нее нет БКБ пока, 8 секунд, но, блин, достаточно оправдания, не хватило контроля, не было еще какого-то дополнительного стана, Слардар. Но тот фармил на БКБ. Окей, снова смоки от команды Лолли. Все, они уже, кажется, готовы там. Я думаю, есть изолятор. Да, там есть изолятор, есть Майн Блейк. Ой-ой-ой-ой, еще до секунды, и Зевс на самом деле не ушел. Ну, куда же за ним Бангальер? Очень далеко. У него даже тратится Омни Слэш. Но Джиггернаут ничего не боится. Все, полетел в тылы команды. Омни Слэша нет, ладно, с руки всех разберет. Минус Дизраптор. Ай-яй-яй-яй-яй, еще и Бангальер зашел. Но Квапа не прощает. Есть минус Джаггер от Соник Вейва. Башечка тоже врубает, КБ добивает уже не убежавшего Слардар на лоу ХП.
3 в 2 пока трака пойдет дальше, а тут пока она умирает, заканчивается. А зачем? Но, наверное, подумал, клопы достаточно. Да, ты знаешь, клопы был достаточно, умирает, чтобы убрать этого. Слушай, а дальше? Ох-хо-хо-хо-хо! На тоненького, но тимвайп. Это прям очень на тоненького. Невероятная драка. Я не знаю, они так далеко шли. Ну давай, итоги боя, покажи мне именно всю драку. Нет, не хотят показывать всю драку, говорят. 3 в 2. 3 в 2. Центральную башню сил. Кажется, Зевс здесь ошибся, когда дал Этериал себя, когда на него прыгала ПАшка. То есть, если бы он дал Этериал в нее, то Па бы умерла в моменте, потому что был и магический урон от Рубика, и от Джекира, и Па бы его бить не могла, и переключиться на других целей тоже. Центральную башню сил. Да, все абсолютно так. Ну, слушай, разрушена. Окей, и теперь уже серьезное преимущество для команды Лоли. Несмотря на такую сумбурную инициацию с Пангольером, который зашел очень далеко, возможно, не надо было тратить на него Омнислэш целый, но тут уж знал, Рикард жил на Сочи, а пока это... Я не знал, что теперь у Фантомки Фантом Страйк дает вампиризм. Я бы думал, откуда она хилится, когда била иншей. Это так, поэтому Игорь, мой друг, его друг говорил, что она очень сейчас сильная. Может быть, что-то мы не знаем про эту игру. Пока ПАшка, я бы не сказал, что конкретно прям Слэш очень сильная, нет, просто ее очень долго дали фармить. Ну, то есть вспомни те моменты, да, когда они никуда не ходили, когда Джаггер долго фармил один. Ну, спасибо, конечно, Джаггер. Много на фарме, но теперь проблема в том, что ПАшку тяжелее остановить. Да, переломили ход игры этот, пережили пик силы соперников, и... То еще с ПАшкой действительно очень сильно и вырубает. Ну, то есть, я видел эти криты, там Слардар, который сейчас без шмоток, у него до сих пор нету БКБ. Просто за 3 удара умер с крита. Мы видели, что произошло с 3 саппортами, вернее, с 2 саппортами плюс Зевсом, у которых тоже там со сплэша, с критов, они развалились просто в секунду. Поэтому сейчас уже будет сложно команде Шити Каргашип. Плюс у нее еще есть Аегис в данный момент. Окей, ну переворачивать как-то надо. Идеальная драка выглядит, наверное, таким образом, чтобы раскайтить на БКБ и Квапу, и Джиггернаута, Фантом Ассасин. И после уже врубать их своим магическим нижний уроном, там правда сил, очень много магического урона у Шити Каргашип. Ну, нужны какие-то кайты, не знаю, через Лардара, через Джиггернаута, который, собственно, даст он мне слэш, и потом отойдет, но не как-то так. Может быть, на ошибке такой квапе, но квапа, слушай. А она ведь и правда... Нет, так? Она не ошибается. А она отблинковала, что ли? Она где сделала блинк, аут под БКБ своим, и достается жить. Здорово! Еще нет там не слэша. Но нету и БКБ у КВП. Но их-то в целом это все устраивает, потому что они захватили сейчас почти всю карту и могут просто-напросто набрать критическую массу, которая уже будет не остановить команде Шиди Каргашип. Жесть, я сейчас просто обратил внимание на талант Sonic Wave у КВП. Посмотри, на 20 уровне можно 60 секунд к перезарядке Sonic Wave сбрить просто. И у тебя, по сути, ульта будет... Да, раз в минуту. Но почему-то он выбрал урон дополнительно от скримов Пейна. Не знаю, нижнюю по мне прям сил тьмы несоизмеримо крутые таланты. Ну, ладно. У нее 22 тысячи нетворса. На самом деле, это клопа не как в первой карте. Не ту, которую ставили на шаг длиной. Ну, смотри. Кажется, все-таки... Получше будет скрим, потому что ты юзаешь его каждые 7 секунд, и плюс 120 урона это весьма существенный прирост, потому что сейчас с одного скрима у тебя 420 урона. Ну да, то есть прям здесь или прям сейчас, или в потенциале и потом. Ну, в общем-то, обычно выбирают первое. Хорошо, возможно, я не прав, здесь поприятнее иметь прибавку урона моментальную. Снова у нас полетели смоки от лолей. Просто вражеский лес полностью просканирован. Шить каргашип туда даже не подходит. Не выходят. Близко не суются. Ну и скоро так хайграунд придется дефать. Хайграунд дефать не так придется. Но благо есть Зевс. То есть если они ваншотнут Зевса при заходе на ХГ, то это будет фри хайграунд, на мой взгляд.
Но если Зевс будет стоять сзади, накидывая свои молнии, нимбусы, будет очень неприятно. Окей. Аигельс, еще минута. Я не знаю, наверное, здесь уже просто надо зайти и отдать этот Аигельс. К черту, ты умрешь, потом ты воскреснешь, нажмешь БКБ. И после этого начнется драка, просто будет обидно его просто так потерять, наверное. Но ПАшка почему-то не торопится. Ну, тоже не спешат. Возможно, она понимает, что там Зевс, там будет совсем приятно в любом случае. Ну, а так потеря Аигельс. Ну, все равно их никто сейчас не торопит. Карта под их полным контролем, поэтому зачем спешить? Лучше на Верочку доиграть эту игру и отправиться в финал. Да, а ты комментировал игру Лоли против Феникса? Нет, к сожалению, это на мне не получилось. Узнал я про эту игру слишком поздно, уже в день, когда я был занят. Вот. И не просто получилось мне присоединиться. Там был 2-0 прям. Да. Что же за монстры эти такие фениксы, что победители прошлого года так раскатали под орех. Я думаю, Лоли надо будет потренироваться к этому противостоянию, что-то подготовиться, какие-то заготовочки интересные, Верочку у противника отжать. Да. Были у меня одни из первых стримов у меня были вместе с капитаном команды Феникс. Даже так. Присоединялся ко мне на сокастерничество. Так, шарящий чувак, много ли знает? Да, комментировать было приятно. Ну, здорово. У нас 17 тысяч перефарма. Слушай, прям совсем графики все идут. Да, ты прав, тут дело, конечно, в том, что команда Лоли просто контролирует всю карту и уфармливает ее всю, не выпуская противника с хайграунда. Возможно, ждя вот такой ошибки, как сейчас от Джиггернаута. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он вообще не вышел из стана. Да, забрали, конечно, в ответочку дизраптора, но тот зато не дал зайти бок, в общем, во фланг этого сражения. И там уже драка идет просто под Т4, под БКБ Клопа. Забирает у нас Зевс, Зевс не может убежать, там Гольер тоже здесь, под БКБ. Нечем останавливать, Рубик просто укатывает хайграунд, конечно, далековато. Папа пошла, да, и где сейчас будет подвечку забирать. Подожди, там рефреш пошел еще на БКБ. Что же она богатая-то такая? Крим и блинкаут. Ну, 26 тысяч, это топ энд ворс. Уверенно. Движется карта к своему логическому концу, на мой взгляд. Снова Джаггернаут, снова выходит далеко. Но с другой стороны, что ему делать? Стоять ждать только на своей базе. Единственный выход, который у него остается. Павлу выбирать, скорее всего, может и будут, но тут, конечно, Пашка прыгает в ответ, и, честно говоря, правда, сейчас уже нечего звать, Джаггернаута еще нет 20 секунд, он не может байбекнуться, Пашка пока режет тут все и всех. Так, ну вот закончился БКБ, у него рефреша нет, там Бейбейс, конечно, от Фонстрайка хороший, решает, снова у нас улетает от Эриал, Дикса, не в... Да, слушай, что трамплага попахивает, честно говоря, прям сейчас там побэкались люди. Ну вот, да, Джиггернаут пошел дарить, походу, и это Рэмпейдж! Страшный персонаж, быстро закончилась игра, но, черт подери, они правда в тот момент, когда они могли драться, это там 20-я, 15-я, 25-я минута, когда они ходили и пушили с Джакира, где был Джаггер? Что же он фармил-то все это время? А сейчас уже поздно. Да, в итоге равная игра в начале перетекла в то, что дали пофармить фантомки, плюс пара неудачных выгодов в смоках от команды Шити Гаргашип, и в итоге Лоли переждали, успешно переждали для себя и закончили эту игру. Что ж, поздравляем их с выходом в гранд-финал БКИ 2022. Абсолютно. Команда Шити Гаргашип занимает 3-е место, 400 контрбаллов на игрока. Они дошли до очень-очень серьезной стадии всего турнира. За это мы их тоже поздравляем. И, в общем-то, ребята, вы победили по большому-то счету в этом турнире. У вас призовое место. А вот финал, гранд-финал Лоли против Фениксов мы увидим, да я думаю, совсем скоро. Ты же ко мне присоединишься, Вась? Ну да, если день будет удачный, то с удовольствием присоединюсь. Как раз таки увидим, что происходило в финале верхней сетки,
И, ну, видимо, действительно, эти две команды достойны. Я надеюсь, не будет прям точного повторения. Здесь у нас сегодня было три карты, это была напряженная игра. И ты знаешь, ну, на второй карте вспомнишь Shitty Cargo Ship. Но это было хорошо. Да. Где-то что-то они потеряли в определенный момент. Может, верочку для них забанили. Окей. Окей. Вам спасибо сегодня, всем, дорогие зрители. Увидимся, как я и говорю, обычно завтра с вами на работе. Тебе спасибо, Вась, за сегодняшнюю трансляцию. Всем тебе хорошего спасибо. Вечера. Ну, собственно, будем прощаться. Пока-пока. See you where